эфире, скорее всего, должны быть точно. Прям, да, добрый вечер. Да, приветствуем всех. Здрасте. Здравствуйте. Необычный стрим, бонусный, воскресный. Всегда самое сложное — это поприветствоваться. Да. К сожалению, это есть такое. Мы всегда придумываем, как бы так интересно поприветствоваться, как вот обыкновенно. Слушай, а я, получается, буду с задержкой, да, видеть? Нет, я тебе же могу прям протранслировать окошечко, и все, и ты будешь видеть все как все. А ты так можешь, да? Конечно, могу. Ну, я имею в виду, что я должен смеяться по таймингу, а не смеяться потом, да, то есть со всеми. Баскнма. Сейчас придумаем. Есть еще Лолкнма. То есть есть два отряда, да. Теперь уже Лолкнма появился. Лолкнма была уже, да? Я ее шутканул тихонечко в Расте. Ты ее там не заметил, когда кринжевал? А, да. Поэтому нормально. Ну, естественно, я же кринжевал. Добрый вечер, чат. Добрый вечер, да. В общем, приветствуем, да, добро пожаловать. У нас такой вот уютный стрим, скажем так. Будем смотреть истоки свои, как все это начиналось. Это самый первый кооператив. Это 2 декабря 2012 года, учитывая, что канал был в ноябре создан. То есть первый ролик вышел в середине ноября. Это аналы истории надо было написать, Жень. Надо было красиво назвать. Да, угу, аналы истории. Да, каналом истории, да. Каналы к аналам истории. Вот так каналы вот оно звучит. Каналы каналам. Ну да, 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 именно так. Так, а вы сейчас... без вебок? Да, к сожалению, без вебок. Ну, извините. О, хорошо. Ты же видишь все это добро? Да. Ну вот, будем ржать синхронно, поэтому, видишь? А я себя там не услышу дубляжом? Нет, нормально? Это же тебе я транслирую в Дискорде свой экран, а на стрим я транслирую уже тоже экран. Короче, а там, ты думаешь, я услышу там эти, ну, слова, там диалоги, да, все такое? Ну, ты будешь слышать меня и видос, все логично, то есть без всяких лишних повторений, дубляжей и так далее. Пока только черный экран. Ой, ядри, 369 человек с трех чатов, мама мия. Да, это сейчас придет, сейчас накрутим пару лямов. А, давай, давай. Сейчас же это активно продвигается на YouTube, можно крутить смело. Где? Давай, где-то запускай свой этот гаджет. Где он, триггер у тебя там этот? Сейчас, подожди, надо это найти его. Где-то у меня он тут был. Вставляй в USB этот я адаптер, хотел да. к себе на стрима туда это мотануть немножко. Ты с Алика заказывал, да? Вот адаптер для накрутки такой в USB вставляется. Да? Ну да, USB же такой тонгл. Да-да-да. Знаешь, тонгл тонгл. Ну да, триггер так чпык туда, раз, триггер, и он начинает, да, накручивать на стрим тебе сразу подписчиков. Там просто такая программа, знаешь, появляется, там просто вписываешь, сколько ты хочешь, лайков, там того-того. Удобная штука, давай люди сейчас не поймут, они сейчас подумают, что мы серьезно типа с тобой трещим на эту тему, понимаешь? Может быть и такое. Да ладно. Ой, страшные вещи творятся. Так, вообще. Я свой тонгл ставил. Куда ты его ставил? В USB. В чей? В свой. Кринжовые шуточки пошли. Самый класс пошли. Это было, когда мы в Расте с тобой пересматривали. Ой, помнишь? Молчим, потом вот это вот начинается. Зачем это было, я не понимаю вообще, что это было. Такой местный растовский синдром Туретта, понимаешь? Общались хорошо, все как бы по теме, потом вот это, зачем это было, вообще непонятно. Мало, Жень, только 400, давай сейчас до 500. Ну я же вставил 428, давай хотя бы. Давай. Так, ну давай я тогда запускаю первый ролик тогда, чтобы уж понесла жара. А у меня черный экран почему-то, ну, естественно. Я не вижу ничего. Как, вообще черный экран прям? Качество звука что-то там сейчас. Сейчас я гляну, подожди. А, я буду разговаривать, как в первых видео. Ты будешь разговаривать, как в первых видео. А потом это... Ну, все секреты, подожди, не раскрывай. Какой секрет? Тут все алды сидят, все знают. А, да, ну тогда. Я же тебе, ты же видишь, что я тебе стримлю, да? Все, появилась Sega у тебя. О, теперь да. Вот, видишь, а то типа, когда на весь экран делаешь, оно черным становится. Кстати, я забыл. Алекс Дэнни Р. Огромное спасибо тебе за спонсорство. Вот, я забыл озвучить этот момент. Во, красава. Все, вот теперь поехали. Да будет исток. Чёрный. А, нормально. А, да, с брейном. Да. Comic Zone есть игрушка, да, еще. Ты же делал. Да, я делал, но она на одного. Так, сейчас. У меня есть, да. Ты забыл сказать, что это первое видео наше. Первое, самое первое видео, я сказал, 2 декабря 2012 года. 2 декабря. Я же не написал, мы познакомились. Я посмотрел у него там червяка. Там два ролика было. Потом Женя предложил, да, поиграть в старенькое. Почему бы на стриме это не сделать, да? Вот это первое видео совместное. Так, такая заставка долго, давай. Я не могу. Жесть. Дёрни меня, говорит, какие мы многословные раньше были, да? Да. Чувствуется. Я такой, знаешь, чисто американ. Чувствуется вот это, знаешь, как это, барьер еще пока такой, потому знаешь, что, сидят два человека, да, один такой, второй, да, то есть, кстати, как бы, да. Должны наладить какой-то контакт, знаешь, между собой, то, вот это вот, это точно, кто будет свои деньги. Приветствую, дядька. Так. Приветствую, Олег и чатик. Так, у меня опять черный экран. Удачи вам в просмотре старых видосов. Чего? И не умрите от своего же стыда. Давай.
Реактор, огромное спасибо тебе за поддержку. От своего стыда уж мы навряд ли умрем. Там бывают, конечно, фейлы в моменты, которые удивляют нас, но, в принципе, терпимо, можно так сказать. Все у тебя показывается? За что? Да, а за что стыдно ты должно быть? Ну, не знаю, они же на канале остаются ролики, по идее, стыдно не должно быть вообще. Потому что мы это записывали, это начало, люди отсюда приходили, мы смотрели. То есть, понимаешь, кто-то из зрителей, вот, например, когда они рождались, люди, вы там же записывают, там, на камеру, еще как-то, какие-то первые слова, первые шаги. Ты сейчас это посмотришь там через 20-30 лет, будет тебе типа стыдно. Нет, должно конечно. Быть, да? Некоторые роды так, записывают нам... даже, как человек рождается, ой, и ничего, кому это стыдно? А что нам должно быть стыдно? Действительно. Свое? Мы же ничего такого не делали, котят мы... как бы не обижали, песиков тоже. О, ты поставил свой тонгл, вон 528 уже, все, видишь, объединили тонглы. Да, сейчас, подожди, только лайки что-то не соответствуют, а, лайки? Скажут, накрутка, ну, да, сейчас, да, я быстро-быстро. Ладно, подожди, я пока сейчас запускаю дальше, давай. Канский сортирный юмор. Да, туалетный юмор. Да. Это было в этом еще в Саут Парке, помнишь? Так, Two Players, блин. Понеслась. Ой. Так, вот мы. Хрена? Иди сюда, блядь. Надо. Хрена, что ты сел? Ты куда сел? Ты что делаешь там? Жень, а что поменялось у этих чуваков? Что? Что поменялось? Что вообще поменялось? Они ведут себя как мы с тобой. Все как... Ну, тут классно. Как-то было по-другому, тут как-то разорвано было без особой темы. Просто что вижу, то и говорю. Вообще просто. Они на похожи ходу на нас, типа, вот, знаешь, закат карьеры уже через там, через YouTube уже все, типа, такая полная кринжа пошла. Такие, ну, это хотя больше на Алекса, он же у нас светлый. Да. Третьего не хватает. У них же был третий, Бирис и Батки. У них был третий кто? Кто? Кто у них там был третий? Пухлый чел такой, сосед был там, этот отличник, по-моему. Пухлый чел сосед, отлично. Да. Он впишется в эту тусовку. Ты что там делаешь? О, пошли шуточки. Ой, блядь. Как, мне посмеяться по-старому? Я не знаю, как я это делал. Нет, я честно. Это была фишка, это была Женина фишка многие годы, между прочим. Я не знаю, как это работало. Я не знаю, я не помню, как оно перестроилось, как оно эволюционировало. Я не знаю, как это работало. Это было нервное, видимо. Заметь, диалогов нет. Только нет, просто да, ржачка. Да. Просто бессмысленный ржач. Вот я же говорю, тематики никакой нет, да. То, что вижу, то и ржем вот с этого. Ну. Так не умеешь. Так, я пульт взял, я пульт взял. Я заснял. Во, надо, короче, телевизор включить. И выбираем уровень, где мы будем играть. Турбомал какой-то. Где мы будем играть? Бум. Не будем, бум, а где бум, мы будем играть? Лакалака-бум, нормально. Бум, шакалака-бум. И мы туда перемещаемся, короче. Жестоко. Вот что такое? Ты понимаешь, вроде как бы и молчать не хочется, да? Вот мы вроде как бы должны о чем-то говорить с Женей. Но ну, когда я смеюсь, он начинает смеяться с моего смеха, я так понимаю. Я не знаю, почему это было. Как-то так. Ну да. Ну то есть... Я подхватывал твой смех. Ты смеешься, я подхватываю твой смех. Я смеюсь, ты мой подхватываешь. Чего это, как это вообще работало? Ну сейчас я бы это смотреть, наверное, не стал бы. Вот если бы я сейчас это включил, я бы это не смотрел, наверное. А люди, я тебе скажу, пересматривают. Я знаю, ну вот, например, Раст какой-нибудь. Вот там кто-то написал в коммент, типа, посмотрите первый Раст ваш. С мастером-дизастером и вот это все. Белмакс, огромнейшее спасибо за спонсорку. Добро пожаловать. Ой, жесть, чернуха. Сейчас у дяди новая фишка пулемет ртом. А, нет, пулемет это да, это уже другое совсем. Это классно, да. Это другое, да. Там еще тональность можно менять, понимаешь? Да, можно, да. Ой, ладно, погнали дальше. Давай. Смотри. А как ты бегаешь? Хрена? Буква. Иди сюда, вы. Ого. Так, давай. Я почему-то бить не могу. Да, делай газом. Газом его, газами, детка. Черт. Смотри, что-то выпало из него. О, смотри на свою аватарку. А я, по-моему, игра была... А, это ты сейчас говоришь или тогда говорил? Я молчу. Я молчал, в смысле? Мужика, мне показалось, как-то тональность, интонация поменялась. Ты сейчас там сзади говоришь, была игра такая похожая? Да нет, я же... Спасибо, Жень. То есть с годами ничего не поменял. То есть я отнесся к той касте, которая вообще нахер не меняется. Да нет, просто послышалось именно момент. Все, удаляемся из Дискорда, выпиливаем. Все, Жень, я выпиливаюсь, до свидания. Все, уходи со стрима, уходи. Мы сами досмотрим. Женя прогнал Брейна со стрима. Вот, Женя, это можно хайпануть жестко.
можно, да. Возьмешь любую мою фотку, там, да. Блин, пару этих синяков добавишь, типа, иди у меня. Вот так же, как здесь, баскет. Да, 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 да. Ботинок там, ну да. Да, да, сделай быть топовым. Убивать, короче, флеш-игра. Начальника своего, да. Да, да, да. Да-да-да, вот это любимый у нас был. Ты додакал, я додакал, мы оба додакали постоянно. Ничего, нормально. Ой. Потом раз додакали. О, завалил, короче, он нас. Все, это конец? Сакс, дюк. Сакс, да. Куда ты пошел? В комнату. Хрена. Они что, и спят вместе, что ли? А я фиг знает, одна кровать нарисована. Так, вот G-War какой-то, видишь, что-то. Вот, наверное, что-то здесь надо делать. Пароль надо какой-то вести. Так. Пароль надо какой-то вести. Как еще раз такой похотливый сумет. Пароль надо какой-то вести. Пароль надо какой-то вести. Пароль надо какой-то. А ты должен был... Да? Ну, то есть дополнить. Я должен был поддержать, да. Я должен был поддержать. Но, видимо, видишь, не сработало. Да-да-да, вот именно что-то. Да-да-да. Ой, чернь. Не, ну прикольно, раньше нравится. Раньше бессмысленные диалоги были прям топ и заходили хорошо. Так люди смотрели, сейчас... комментировали, молодцы, спасибо, классная подожди, игра. Подожди, реактор, включи любой раст. Ты там найдешь да. все, там кладезь бессмысленных да. диалогов. Сборник воды. Вот реакторы пишут, да, что раньше такие бессмысленные диалоги были прям топ. Вышел главное меню. Странно как-то, слушай. Я думал, ты... А как ты вот высоко так смеялся? Как-то вот с низкого в высокий, это как делал ты так? Как я смеялся высоко, с низкого в высокий. С низкого в высокий вот было. Вот сейчас я мотну вот буквально сюда. Ты вышел в главное меню. Странно как-то, слушай. Вот видишь. Я могу по-разному. Вариаций смеха много. Лишь бы смешно было, понимаешь? Я думал, ты как фанат Бивис и Батхеда должен знать, что эту игрушку я не помню. Я знаю, что здесь надо что-то искать, короче, ходить по каналам перемещаться. А так я ее никогда не проходил. Ну пошли, пошли, пошли. Не проходил. Это волнение, это вот, волнение. Вот, видишь, вот смешно было, я высоко смешно. Поржал. А, да. Высокопоржачный юмор получился. Высокопоржачный. Есть высокопарный, а есть высокопоржачный. Высокопоржачный, да, такой хороший. Парад смеха. Парад смеха, да. Вот, синхронно. Как мы с тобой... Подожди, подожди. Мы в Расте с тобой тренировали все варианты смеха. О, это жизнь была. На все случаи жизни. Да. И к нёбу, и без нёбы, и с открытым ртом, и с закрытым ртом, и буквами. И О, и А, и когда надо пасть раззявить сильно и смеяться, тоже было. Вариант был такой. Когда он приставка или что-то было? Я взял, да, давай. Я ее никогда не проходил, поэтому я даже не знаю. А, во, здесь выбираются уровни. Так, давай Burger World какой-нибудь. А, куда? Ой. Вот эта фишка тоже исчезла. Куда? Вот это вот давка. Она разве была? Я чуть не помню. Давка и сейчас есть. Но она по-другому сейчас звучит, эта давка. Чем это он тебя бьет? Стреляет чем-то. Фу, говном метает или чем-то. А, маслом, это масло. Масло, да. А что, на скейте нельзя кататься? Можно, можно. А, что-то не едет. Почему я ничего не могу делать? Танцы, танцы. Жирнота. Надо, короче, жирнота. Убить. Тут один враг, да, получается? Жирнота. Подожди, еще будет тангаж, подожди. Вот, видишь, как бывает. Что-то с него собрать надо. Идем вольнем его. Хипстеры этого. Ой, они, кстати, ранят эти скейты. Да-да-да, пойдем дальше. Над чем ты сейчас поржал? Я? Вот над чем ты сейчас смеялся? Над ситуацией, то, что я бегаю смешно, видимо, вот рожу корчит, видимо, над этим, да, скорее всего. Ты знаешь, не хватает фоновой музыки или смеха закадрового. Только аплодисментов. Как у ситкомов вот этих, да? Как у ситкомов, да. Ха-ха-ха-ха, вот это. Слушай, а так еще никто не делал. Но это надо на сэмплер ставить тогда, когда пошутил сам вроде бы, и бац, и поставил. Ох. Привет, дядя Женя. Хорошего стрима. Олегу привет. Чему удивился? Ролику Азамат, огромнейшее что-то? Спасибо за поддержку. Тебе привет от Азамата. Вот, Олегу привет. Передали. Во, Азамат, привет. Вот, приветствую. Добро пожаловать. Слушай, еще сейчас вспомнил, такая техническая информация. У Олега тогда был Samsung. Микрофон Samsung C01U. Не, подожди. Да, на первых роликах он был. Точно, 100%. По-моему, это уже твони-твони, мой любимый. Не-не-не. Удачного стрима. Разве? Ну, короче, говно было. Звучало как из жопы. Ну, это правда. Потом Женя подсказал, что надо сделать. Микшер, шмикшер. Я на Лим, огромнейшее спасибо за поддержку. Благодарю, хорошего просмотра. Да, у меня был, получается, Neidi SCM 960. Он до сих пор валяется, но он сломанный в жопу полностью.
А у Олега вот Самсон точно был до 2013 года примерно. Вот, вот уже после декабря, в январе 2013 года ты поменял. Я с тобой познакомился, и потом я уже там докупил, что надо было на то время. Ну да, да, да. Получается, какое-то время... Сколько? Ну, после Нового года в январе, скорее всего, это было. Ну, да. Я так подозреваю, потому что... Да, где-то об этом даже говорилось, надо будет посмотреть потом. Как деньги задонатить будут? По ссылке в описании. Добрый вечер, дядь Жень. Олегу привет. Вельмир Шарипов, огромнейшее спасибо за поддержку. Олегу опять привет. Привет. Спасибо. Так, поехали дальше. Там вот что-то здесь... Вот его надо убить, да, одного. Я ржать не буду сейчас просто. Почему я ничего не могу сделать, кстати? Я ничего не могу сделать, ни отрыжку, ничего не могу сделать. Я просто на, хожу... на С делать. А у меня он ничего не делает. На С делать. Так, прикольно, блин, это прикольно, а? Он просто стоит у меня, вот смотрит и все просто. Слушай, игры, конечно, упоротые. Да, раньше делали от души. О, нормально, нормально. Давай, 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 дубась. Я почему-то вообще ничего не могу сделать. Ни отрыжку, ничего. О, хот-дог, отлично. И все, что ли? Хот-дог только дали. Так, ну давай тогда... А, вот я в магазин зашел. Ничего себе. А вот что ты сейчас посмеялся? Вот я зашел в магазин и посмеялся. Офигеть. Ты меня спрашиваешь спустя 8 лет. Олег, ты там не помнишь, что поржал 8 лет назад в видосе там на 4.28? Ой, у тебя опять фон появился технически. Да ёпта ты, ты что ж такое-то? Блин. Пропадет. Наверное. Пока свистит. Во, свистит, да. Периодически пропадает. Вот, теперь надо спокойно. Надо разобрать, почистить что-то это самое. Закислился контакт. Ну, видимо, да. Это от накрутки все. Да, это все, да. Это замыкает немножко. Злые силы просто влияют. Ребят, я чат читаю периодически, я озвучиваю только что вижу, ну, такое вот. То есть не привет, как дела, а именно... Если у нас стрим идет, значит, дела, в принципе, неплохо. То есть мы бодры, веселы. Женя, а у Олега это ждать стоит или куда? Мне нравится постановка вопроса. Или да, куда? Да. Куда? Свистит, да, свистит, свистит. Да ёпта, да шо ж такое-то? Что-то законтачило. Блин, там просто тумблер один западает. Надо бы почистить. О, почти. Сейчас тоже. Вот сейчас хорошо, все, тишина. Во, все, отлично. Я поменяю потом. Да. Так, погнали дальше. Обслуживание. Телочку нам дайте. Что это было? Зачем? Телочку нам дайте уже. Слушай, а что он такой большой, мы такие маленькие? Дети, блин. А что, не разве дети? Как подростки уж, грубо говоря. Кстати, они дети, да? Это же интересно стало. Ну, им где-то 14-15, если так, около 16, вот как сам Майк Джадж говорил на одном из интервью. 14, посмотри на вот этого белобрысого. Ему лет 50, ну, у них проблема там с... со здоровьем. Чем? Проблема? У них точно проблема. Я как-то попадал пару раз. Они же на MTV, по-моему, были, ну, да? Стим Джонсон, огромное спасибо за поддержку. Он пишет, first time I got your stream, thank you for your content. Ого. На здоровье, you're welcome. Неплохо. Да, you're welcome. Велком. 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 Женя, так нельзя говорить, ты неправильно говоришь water. Ты неправильно говоришь, как в Гранд. Да, water, да. Water, water. Star Wars. Star Wars. Z, не путай. Tomb Raider, ну да. Tomb Raider, да. Tomb Raider. Что там, Beavis in Butthead, ну да, да, да. Именно так. Так, погнали дальше. А, тут, короче, бабки. Ты нажимал, помнишь, там меню появилось? Там деньги были. А у нас ноль. У нас бабла нету, да? Да, нам надо переместиться, значит. Давай выйдем. О, во, я нашел. Во, теперь я тоже могу. Пойдем тогда выйдем, да, и в другую эту локацию переместимся. Да, тут... Там телевизор есть в конце. О, как мы... Блядь, появился опять. Ну, 6 минут, всего лишь 6 минут ролик длится. А, 6 минут всего? Я думал, вечно уже прошла. Нет, нет, нет. Смотри, какой стоп-кадр, видишь, как штаны снимают? Жопой к чату, заезжал, как что-то получилось. Ай, да. Фигасибл. Фигасибл? Ты сказал фигасибл? Ну да, еще когда мы стримом не стал. Фигасибл. Фигасибл. Ну, ты видишь, как бывает, фигасибл. Давай, давай, с двух сторон его, ты его отрыжку. Так, донатик. Оле, ола, вперед, Спартак, Москва. Красно-белый, красно-белый, красно-белый навсегда. Оле. Ола, вперед, Спартак, классный, Москва. Классный донат, я тоже вижу. Смешно, да. Красно-белый, красно-белый навсегда. Оле. Андрюш КБ, огромнейшее спасибо тебе за поддержку. Да, интересный, конечно, донат. Все, готово, мы что-то взяли. И пойдем теперь на выход. Там выход есть где-то, вот он, да. Мышей тоже можно и больше? Так, мне надо поменять, наверное, скорее.
Пульт надо, да, вот. Ключевой момент игры. Блин, затея, конечно, забава. Затея хорошая, да. Забавненько так. Так, мы были на улице, мы были в Бургерлот. Госпиталь, да? Давай госпиталь. Жесть. Так, сейчас я поменяю себе эту пуколку и сделаю тоже. Во, ты пойдет. Как-то стесняешься, я чувствую, да? Какой-то ну, потому что ну, первый ролик, а как я должен играть, интересно? Это же все-таки почему как-то... я не стеснялся? Не знаю, не знаю. Ну, я первый раз, я записал, нормально. У меня на канале 3 ролика, а у тебя там уже Skyrim, Battlefield был, ты уже с 11 года, с 10 или с конца 10 писал. У тебя там уже за плечами такой груз уже там. Несметные богатства бесконечных видосов. У меня Червяк Джим и Робокоп, все. И вот вечерний сег. Что? Что я там? Как? Я пытался найти чувака, который мне скинул на тебя ссылку тогда. Я не нашел. Не нашел, а как его звали? Он... Откуда я знаю, если я не нашел? А, не помнишь? Он скинул, либо это было в группе, но это, по-моему, в личке было. Он мне написал, что типа похож... На тебя чем? Ну, на меня, в смысле. Зайди, посмотри, как бы. Я зашел. Обычно я не заходил, это судьба точно была. Нифига потому себе. Потому что присылали зачастую, там школота обычно свои вот эти вот говновидосы скидывала. И как бы, ну, понятное дело, что поиграй со мной, там ничего не понятно. Я зашел, мне понравилось. Интересно. А на то время уже был Биомод, мы играли. Фолиот, Биомод, потом еще Склинтаж ты играл с ним в Террарию. Склинтаж был самый первый еще. Ну да, вот. Ну я имею в виду, в общем, уже в целом база была такая, что уже было с кем поиграть именно в кооперативе. А тут, смотри-ка, зашел и понравилось ведь, а? Не просто же там типа, ай, ладно, да? Ну так спокойно, я зашел, посмотрел, то есть, понимаешь, не было вот этой вот экспрессии ненужной, наигранности, кривляний каких-то. Как сейчас, а-а-а, шутеечка пошла. Хорошо. Пишут, дядя Женя, как всегда, импостер. Олег, не верь ему. За 8 лет можешь теперь все, выпиливайся. Не верь ему. Да, из Discord. Сейчас, ладно, я только чемоданы соберу, тогда и поеду куда-то освоять. О, нифига себе. From 2015 and Universal Your Fachi. О, Стим Джонсон, да, спасибо еще раз за поддержку. When you will record видео. Когда я буду записывать свейпкон? Спрашивает, я смотрю тебя с 15-го года и никогда не видел твоего лица, естественно. Он практикует, да. У него, может, экзамен скоро по-английскому. Может быть, практикует может человек. Быть. I don't know when. Keep watching, dude. Вот так я тебе скажу, и все. То же самое будет, как диктор прочел. То же самое. Так, заканчиваем Beavis и Butthead. Сколько ты у нас осталось? Делаешь, меньше минуты. Нифига себе. А у меня что делает? Смотри, что делает. О, смотри, смотри. Танцы, танцы. Ой. Давай, давай, давай. О, ты еще под мышкой там что-то делал. Охотники за привидениями, слушай. О, ну, кстати, да. Так, Мисс Крофт, огромнейшее спасибо тебе. Ностальжи Forever, действительно хорошего просмотра. Пафосный, говоришь? Там Ghostbusters, такой, ну-ка, знаешь, ну-ка. Пафос, на пафосе человек. За привидениями, слушай. О, надо... кстати, да. Ghostbusters. Да. Я думаю, можно закончить. Может закончить, давай мы в Арзетку вернемся, побегаем. О, давай мы в Арзетку вернемся, побегаем, да, веселье. Арзет — это прекрасно. Ну как у тебя ощущение от первого ролика кооперативного? Мне кажется, это... Не, серьезно, ну как, нормально. Ну, спокойно как-то, кривовато местами в плане, что еще не скооперировались, скажем так, вот в этой вот. Хотя смеялись, опять же, видишь, да? Ну, когда я с Алексом первый писал, я практически на «вы» к нему обращался. А, серьезно, прям так даже? Ну, типа там, ну как бы, да. Ну, это я образно, естественно. Не, ну понял. В общем, так, то есть сам диалог строился так, что как вот он постарше, ты вот с ним так вот. Ну да, да, то есть он как уже... Постатней так, возрастом. Старший постатней, да. Да. Ну что, второй ролик, это 2 декабря, то же самое получается. Это был у Олега стрим, мы были, а я записывал кусками, потому что я тогда стримить, я даже понятия не имел, что можно вообще как-то, в принципе, стримить. Не особо понимал. Вот, поэтому 2 декабря 2012 года, Contra Hard Corps. Ой, блин. Contra Hard Corps. И поиграли мы 3 минуты. Нормально. Что-то надолго нас не хватит. С вами Брейль и дядя Женя. Да-да-да. Понеслась. Вечерний Сега. Да-да-да. Сега стайл, детка. Главное, да-да-да. Блин. 94-й год. Обалдеть, да. Сейчас я в всех... Так, побольше. Нет, все, никак больше не поставить тут. Найс. О, вот это хорошо. Вот, найс, это классика, да. Это классика, найс. Вот это очень долго оно было, до, наверное, 15-го года примерно. Но оно и сейчас есть. Да, ну редко бывает. Пореже уже, пореже, да? Пореже, да.
Короткие тогда были вечера, пишет Ксения. Ну да, согласен, там мы что-то как-то быстро. Иногда были длинные вечера, например, как Алиска, там по 3-4 часа стримы были. Очень даже долго мы сидели и играли. Прям ай-яй-яй. Фига себе, да? Телочки решают. Телочки решают, действительно. Хорошо, хорошо. Так, два плеерс. Канами. Канами это уже офигительный фильм. О, выбирай стрелочками, кем ты будешь играть. Так. Волчище. Работище. Волчище. Я хочу за телочку. Давай, я буду за волчище. Ох, конечно. Конечно, телочка. Да, тенденция сохранилась. Да, о чем нам говорит GTA 5? Красопета. А ты за волка, да? Да, я фэн. Что это было? Вот это вырежи и донат поставь. Что именно? Вот это не-не-не-не-не, вот это вот. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Мне кажется, можно было. А ты за волка, да? А, нифига себе. А ты за волка. Надо вырезать, засэмплировать. На донат. Это класс. Волка, да? Да, я фэнк. Так, нажимай любую Б, С, А, там, шина. 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 Так, брифинг. Шина. Коротенький брифинг. Ну, песни это наши все. Ничего удивительного. Да, да, да. Песни уже сразу пошли с первых роликов. Добраться на крышу. Понеслась. Так, вот он. Сколько тут управлений кнопок? 3 штуки. Хрена, слушай. Обалдеть. Жирнота вообще. Жирнота вообще, да? 3 кнопки управления. Ты вообще понимаешь, как это много? Ты сколько тут кнопок? 3? Фига. Вот это хорошо, прям, да. Так, тут бесконечные вопросы про Алекс, куда он пропал. У него работа, как он написал. Вот все. Зайдите в группу к нему, там все написано. Да, кстати. Он же написал пост целый и в группе, и на страничке личной ВКонтакте у него все есть. Супер драй. Давай ты зад или перед будешь отстреливать, что будешь делать? Патроны бесконечные, да? Да, да, да. Давай я зад. Давай я зад, ты перед. Кстати, спасибо за сегодняшний видос по Расту. Чуть не умер. Еле отошел. Азамат, огромнейшее спасибо за поддержку. Ну, раз так получился хороший, смешной, на удивление. Я не выпускал сегодня. Я сегодня выпустил. Я думал, сегодня мы договаривались. Да не я успел. Поздно домой приехал, думаю, для вечера выкладывать нет смысла, наверное. Я опять включил у тебя, посмотрел тот момент. О, это жесть, капец. У меня же нет, я просто не понял, что там залился так. Да потому что ты улетел, начал растягиваться, вот это вот глюки. Вроде они их убирали, но все равно. Да нет, это вечная проблема. Да, ладно. Задок, а ты передок. Давай. А, блин, я задок, а ты передок. Супер драйв, блин. Да. Сила джигурды, помоги. А говорите, что сила джигурды. Блин, Женя, ну что мы не знали. А что? Как не знали? Это 12-й год. Что не знали вы? Кто-то только родился в это время. Да, да, да. Понимаешь, да? Понимаю. Понимаешь? Да. Да. Надо вернуть это информативный ответ на все проблемы и вопросы. Да. Просто да. Ты играешь? Да. Ты где? Да. Я предлагаю, Жень, вот можно так коп записать. Тебя типа нет. Так. Ты мне даешь запись. Сэмплы. Да. Угу. Я сэмплирую это на микшер и буду с тобой общаться. Задаю тебе вопросы там в игре, а ты мне да. Или пока. Старые вот эти записи, да, со смехом можно. Никто не поймет даже, что тебя нет. Ты можешь так же и со мной сделать. Точно, кстати, вариант, да. Запишу, и все. Это будет топово. Кстати. Такой херни еще никто не делал. Шаблонный летсплей, нет, такого не было. С заготовленными сэмплами. Это интересно. Да. Хардкорщик. Какой вам Battlefield? Так что, конечно. Жигурда поможет. Так. Давай, блин, Лива-лива-лива. Слушай, вообще кошмар какой-то. Здесь такой драйв. Кошмарит реально. Просто жестко, да. Тут вообще... Давай прыгай, дура. Вот. О, оружие дали какое-то там. Еще дали что-то. Я не вижу из-за тебя. Смотри, какой пошел я базар, да? Он, нет? Но чувствуется, да, что... О, оружие, быстрее. Вот это начинается давка вот эта вот как-то. Эмоции зашкаливающие. Ой... Смотри, а. Нет, первая игра старт, с Алексом, он волшебник спрашивает, это Left 4 Dead кооператив. Кстати, да, ты вчера об этом говорил. Так, донатик. Привет, Женя и Олежек. Ну вот, Женик, теперь тебе не надо придумывать, что надо записывать на донаты. Послушай Олежку и вырежи. Да,
и видосик по Русту был чума сегодня. Блин, они все пишут, что классный видос по Расту. Да. А я его не выложил. Соник, завтра будет. Огромнейшее спасибо за поддержку. Да, ну вот мы думали выкладывать, не выкладывать, вырезать, не вырезать некоторые моменты, но, как выяснилось, видите, ничего не надо вообще вырезать, там все и так оказывается топу, аж до слез вот люди пишут. На самом деле круто, вот когда такой фидбэк, как сейчас говорят, да? Фидбэк? Да, но опять же. Ну, да. Раз на раз. Да-да-да. 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 Там посоветовали вырезать что-то наше на донат тебе. Ну да, да. Ультразвук вот какой-нибудь, да. Или там захлёб, или там щенячьи визги, я помню, были. Это котик морской захлебнулся, там что-то такое было, да. Да-да. Блин, да-да-да. Вот это зараза уже просто, как кринж какой-то. Ну, правильно. Ксения пишет, играете... как первый раз за приставкой, как школьника 2. Ну, правильно, это похоже, когда первый раз приставку мы в руки играли, взяли. Я даже больше скажу, я впервые в это играл. Вот. И это был эмулятор, еще лучше. Да, да, на эмуляторе там Олег настраивал эти клавиши под удобство, то есть надо, знаешь, как они, наверное, думают, надо сесть и сразу этот... мастерство MLG показать. Там, или мастерство, да. Класс, все, киберспорт показать, да, моментально? Нет, это Олег первый раз играл. Как? Каким образом? Учитывающий рассинхрон был, у меня был интернет совсем дно, там был такой пинг, что капец, там 200-300 миллисекунд, это очень много. Для по донглу? По свистку интернет? Да. У меня был модемный, я помню. У меня ADSL тогда был. ADSL-очка вот эта вот, полмегабита в секунду там, и она отдачу 100 килобайт, что ли, всего. Ну там, короче, копейки какие-то совсем лютые. 100 килобайт. Ну, это вот такой вот самый дешман интернет был. Так, что-то там на ютубе происходит, сейчас посмотрю. Мария, огромнейшее спасибо. Посмотрите видос по Варзе у Олега на канале. Видео называется «Эпичное возвращение». Что за кринж? Бискрофт спрашивает, что за кринж? Так, Алена, спасибо большое за донат. Пишет, посмотрите видос по Варзе у Олега на канале. Видео называется «Эпичное возвращение». О, там тоже кринжа какая-то будет, да? Я не помню. Я тоже не помню, потом, может, глянем как-нибудь. Спасибо большое. Так, погнали. Ничего не работает, Никита. Как так? Что-то лажа какая-то. Этот смех бородавочника, рождение, да, смеха бородавочника? Нет, смех бородавочника был в Расте, это самое лучшее, что было у нас в жизни, да? Это верхушка айсберга, топ за свои деньги. Топ за свои просмотры. Вот, топ за свои просмотры и лайки. Заново, что ли? Не знаю, но убили прямо на минуте первой. Да, у меня, кстати, тоже. А почему так мало этих континусов? Я вроде 3 поставил. Континусов? Почему так мало континусов? Континусы. Не континью, а континусов. Как так-то, ну? Ну как-то. Нормально? Так, жесть. Ну, обалдеть, конечно, игра. А я роботиком побегаю. Бауни какой-то. Это все в один день снималось, да? Да. Так. Вечер. О, я выберу какого-то гея, вот сейчас попробую. Осуждаю. Открыто, никакой политики. Выходите быстро отсюда, бегите с этого стрима, глупцы. Ой, катастрофа, видишь, никаких рамок, можно было все, что хочешь делать. Притом я это сказал, а я еще не вижу, что я там делаю, понимаешь? Да, да. Ох уж эти континусы, синусы, косинусы, континусы. Вот именно что. Даденьке. Рэй. Ой, помнишь это? Даденьке. Вот это вот начало. Нет, не помнишь такого? Это же позже уже было. Смотрю Олега с 2012. Это же позже было вроде. Нет. Звук остался. И это не может не радовать. Особенно нарезки из мультиплеера батлы. Азамат, огромнейшее спасибо за поддержку. Вот видишь, смотрит тебя человек с 12-го года. Я не вот, Азамат мне напомнил одного школьника, который как-то подошел ко мне, реально в жизни прям, и говорит, Олег, посмейся ультразвук. Я уже рассказывал много раз. Ну, это понятно, да. Подошел как к какому-то, блин, знаешь, вот, не знаю, как, знаешь, говорю, ну как? К попугаям подходит, скажи попка, скажи Васька, вот, ну, там, вот наподобие. Поржи, да, ну, поржи, посмейся. Тебе же как бы не сложно поржать-то ультразвуком, чего? Проблема в чем? Реактор пишет, оп, и стрим уже нетолерантный. Ах-ха-ха. Оп, и загвоздочка. Да. Все понятно. Все, Женек, надо поставить дисклеймер 18+. Да, 21 даже плюс поставить надо уже, наверное. А ты на Twitch не рестримишь? Учти, там так нельзя вроде. Рестримлю. Бля, все. Все, забанят на Твиче. Попадос. Женя, это попадос, я тебе говорю. Ай, шоу. Не страшно. А, ну да, ладно. Да, они все равно не нравятся Twitch. Как говорил Микки Маус, да. Ну и... с ним. Вот и правильно. Джонсон. Да.
Смотри, вот эту вот надо убить же как-то. А, да, улитку эту. О, робот, смотри, какой маленький. Карлик. Карлик, детка. Такой маленький карлик, детка. Размер не важен. Надо вот этих вот по диагонали. Размер не важен. Давай замажем. Чего это такое? О чем вообще диалоги-то? Размер не важен, давай замажем. Это вообще-то трек был, я помню. А, да? Я просто первый раз... Ну, и тогда первый раз слышал, сейчас. Ну, так это же Витя АК. А, и серьезно? Это... Если бы я знал, это? Я что-то не размер помню. Размер не такой. Важен, давай замажем, это трек вообще. Это разве АК-47? Ты как фанат АК-47 должен знать это. Они... Я забыл, как второго звали. Не помню звали. Такого. Максим? Нет, нет. Это Витя и Максим. Витя и Максим, АК-47, два человека. Он Витя и Максим. с кем-то хитовал. Не знаю. Как же его звали-то, бля, я забыл. Сява какой-нибудь, нет? Не, а там еще клип есть, они типа маленькие оба, и они в баскетбол еще играют. А, размер не важен, давай замажем. Я эту фразу часто в роликах использовал, да, типа. Ты смотри, я как фанат не знаю такого трека. Почему Брейн иногда запикивает маты, потому что это прикольно. Ну, это ж кайфово, забавно. Это ж кайфово, да, это ж круто. Вдруг тебе не понравится Джон маты, я запикаю. Вот Джон спросил, почему Брейн иногда запикивает маты, а Найтбот ответил, покачину. Покачину Папайя, надо говорить. Голосую за просмотр какого-нибудь хоррора, например, Виги. Если молчат, значит, пришел домой. Да, Лина, огромнейшее спасибо за поддержку. Она говорит, голосую за просмотр какого-нибудь хоррора, например, Вий. Ну, доберемся и до этого, я думаю, как-нибудь. Я вообще как бы вот точно солидарен с Линой, потому что вот это мы сейчас смотрим, оно прикольно. Ну да. Но вот то, что мы там еще снимали дальше, это вообще уматка. Ой. Просто жесть. Катастрофа какая-то. Там, да, там все. Что они там стоят хитренькие такие. Купе, смотрят. Точно, купе. А, да, купе, я тогда понял. Да. Все. Надо посмотреть, купе, будет клепец, да. Потом. В основном надо вот этих по диагонали, наверное. Это куда? Слушай, давай наверх, наверное, так безопаснее. Действительно. Там гаш, блин! Знаешь, что можно порофлить? Вырубаешь звук, и мы делаем вид, что мы сейчас играем. Представляешь, как бы классно было, да? Прикольно. Тангаж пошел, ну все. Да, это время. Я только услышал там, и все. Тангаж, я говорю. Буфер опять пошел. Надо было этот, наверное, обратно поставить больше. Что-то я зря мало поставил. Буфер, вот. Так, смотри, буфер. У нас по одной жизни осталось. А что так мало? Какой рассинхронный хардкорное прохождение? Это не так, Анты. Или он про старый, я чуть не понял. Что? Волшебник написал, типа, готов простить тебе рассинхрон звука. Какой рассинхрон звука? Не знаю, что? Рассинхрон звука тут не может быть. Ты что, попутал, что ли? Я просто не понял, что это имел в виду. Сразу бычня, как в Барзетке, да? Вот, да, чудная обязанность, что надо было такое. Я в другую играл. Разве другая была? Да, была другая. Ого. Оружие, давай! Все, есть. Есть, да? Ты взял что-нибудь там, нет? Вроде да. Смотри, как гандонит. О, смотри, у меня есть. Гандонево, помнишь? Вот. А ты еще любил использовать Андонь. Андонево, да. Андонь. Да, я Г убирал. Было, просто, было, да. Вот это старенькое вот такое. Давай, меня гном защищает, да? Да, я гном будет тебя защищать. О, вот она, вот эта мандилина. А, блин, куда? Ну, стреляй. А все, оба, трупообразные, блин. А нет, это Unreal просто какой-то. Это что туда жесть какая-то вообще. Давай дальше, что у нас там есть. Так, все, этот контру закончили мы. Контру они закончили, да? Все, это 3.48, дальше идет Doom Trooper, который 2.50 длится. Они все очень ультракороткие, это капец какой-то. Играли как могли, называется. 2.50, и это люди смотрели. Да, 33 тысячи просмотров за 8 лет, неплохо. 485 лайков и 18 дизлайков всего. Всего. Жень, давай сделай 19-й, порадуй нас. А, дизлайк поставить, что ли? Ну да. Зачем? Я шучу. Нет, я не буду трогать историю. Мой лайк стоит, дизлайка ставить не буду. Как ты думаешь, поставленный твой лайк имеет какую-то выдержку? Ну сколько? 8 лет этому лайку, конечно, имеет выдержку. 8 лет он выдерживается. Как хорошее вино, да? Как хорошее вино. 8 лет уже мой лайк стоит. 480 там или какой он там. Первый, наверное. Второй, скорее всего. Ты первый стоял, я второй стоял перед стримом. Поэтому что говорить. Берите старые шутки в раз. Нет, так не получится. Какие старые шутки в раз? Как перетащить старые шутки, интересно, да, в новые видео? Ну, посмотри, видео. Жень, слева у тебя ящик с шутками, ты их берешь, да? Справа раз. И из одной коробки в другую перекладываешь. Понятно. Владлену благодарю за поддержку. Там просто смайлики какие-то штучки-дрючки есть. Да, они типа платные, тоже как поддержка. Да, да, вот. Большое спасибо. Так, ну что, играем Doom Troopers. Многие эту игру хвалят, но мы ее засрали с тобой.
Это я точно помню, типа, сейчас говно, как General House засрать, тупая игра. Doom Troopers. Надо еще сказать, с Олегом Брейном, не? Да. Жестоко, да? Понял, жестоко. Жестоко, да. Очень жестоко. Очень жесть просто. Тангаж начальника. Да прибудет хорошо, хорошо. Значит, тангаж начальника. Пошло. Сила святого бобра. О, святой бобер. Бобер раньше был. Бобера все хотят. Бобра все зовут. Его нет. Да. Пароль можно поставить. Видел, там был парольчик. Парольчик. Так, давай. Я выбираю сперва. А, убери там это, дэмэдж на других игроков надо было убрать, наверное. Это что такое? В настройках, ну чтобы... Дэмэдж, да? Так и не дошли, да? Нет, PlayStation — это легенда на канале, оно еще не вышло. Это легенда все еще. В яйце. О, все, ни хрена. О, слушай, прикольно же. О, что-то дали. Можно прикладом ебашить, смотри. И ногой пинать можно еще. Нет, Friendly Fire здесь нету. Ребят, интересная игра. Да, я что-то не замечал эту игру. Смотри, голова на тело у тебя. Слушай, ты бежишь, я игра? Каждому рекомендую. Такая интересная. Она мне так понравилась. Ну, ты так сказал, не может быть. Нет, что-то ойвей, да? Вот именно что. Ребят, интересная игра. Да, я что-то не замечал эту игру. Смотри, голова на тело у тебя. Слушай, ты бежишь, я не успеваю. Интересная игра, я ее не замечал. Вот ты просто бежишь. Поэтому да. Я и не замечал эту игру. Настолько она интересная, но я не замечал, да. Вот, да, мид. Подожди, так быстро не надо. А, так это я бегу, что ли? Блин, я кем вообще играю? Я синим играю. А я желтый. Смотри, ладно, сейчас мы разберемся. А ты каким играешь? Что это? Что это было, блядь? К чему? Объясни мне. К чему? Ну над чем смеялись-то? Который мы заслужили. Артем Скоков, огромнейшее спасибо за поддержку. Да, контент, который мы заслужили реально. У тебя Траволта на Траволте, смотри. Траволта, надо подвинуть одного Траволта на другого Траволта. Он посмотрел вверх на того Траволта, смотри, классно. Надо Траволта на Траволта, да, переместить, видимо, как-то. Ой, катастрофа, я вас умоляю. Пусть они рядом танцуют, типа так, знаешь, как человеческая многоножка. Ну, кстати, да. Это будет круто. Поприветствую Олега от меня. Думали ли вы в то время, что пишет. Через несколько лет будете угорать над этой вакханалией? На моменте, где Олег застрял в текстурах в Расте, я чуть не выпал из спасибо. Я не помню такого. Где это было? Это где это? В какой игре было? Спасибо большое за поддержку, Яна. Олег застрял в текстурах в Расте. А Женя спрашивает, в какой игре это было? Нормально, Женя, красава. Ничего не меняется, да? Ничего не меняется. 1000 часов в Расте как было, так и не было. Ты видишь, как бывает оно. Ой, большое спасибо, Сереж. А где ты, подожди, в Расте? В какой, когда это было вообще? Это что за ролик такой? Застрял в текстурах, я не помню. Я что-то тоже вот сейчас пытаюсь вспомнить. Где же ты мог застрять-то? Траволта на Траволте. Ну, пусть Траволтиной тот, погоняет. Кто написал, тот и напишет, где это было. Это интересно, ладно. Вот это. Смотри, голову отстрелил. Слушай, а есть же какой-то там Дракула или... А как взять это? Как взять? А, слушай... Как резко с темы сажал. Есть какая-то Дракула, а как взять это? Смотри, какой взрыв. Ты посмотри на детализацию этого взрыва. Максимальное качество 360, уж извините. А, вот, надо стрелять в нее в этот контейнер. Хрена, смотри. Слушай, вообще его плющит там жестко. Ладно, погнали. А, блин, куда? Стреляй. Собака. А, вон, а куда я делся? Все, я мог... А, вот, все. Ой, ты тоже... Блин, да, мать твою. Нажимай старт, старт нажимай. Да, вот, все. Прикольная игрушечка, кстати. Очень даже. Такое это... Сначала говорим прикольненько, потом говно. Топ, говоришь? Ну, в качестве 360 она просто топовая. Да, неплохой платформер. Так, ты не играл, да? Нет. Смотри, головы отрываются, видишь? Да-да-да, они у него там. О, смотри, может поверху лазить? Нифига себе. А, блин. Тихо-тихо-тихо. Ну, стреляй же, твою мать. Во, вот так. Я еще держу. Я что-то прям держу. Смотри, нога дергает. Это ты сейчас... Нет, я так не делал, сейчас еще раз. А кто, это я, по-твоему, там сделал? Во, вот так. Смотри, аккуратно вниз не падай. Смотри, нога дергается. Что это было? Так это ты?
А, ладно. Ну, бывает, всякое поздно. Бывает. У меня одна жизнь осталась, тут что-то с жизнями трабл. Да, кстати. С жизнями трабл. Видишь, как современно уже, да? Жизнями трабл. Не по-русски, жизнями проблемы, жизнями трабл, понимаешь? Сплошные дэмэджи кругом. Во-во. Дэмэдж, дэмэдж. Да, на клавиатуре, конечно, жесть. Смотри, я возродился и упрямо на этой... Так, ну-ка... Все теперь, да? Я возродился прямо на этой. Говорю, что вижу, вижу, что говорю. Вот, это мы об этом говорили в самом начале. А куда тебя перенесло? Женя, а почему 2 минуты? Там потом по минутке пойдут ролики, да? Нет, Mortal Kombat 3,5 минуты. О, это Мартуха. Прям сильно. А что это меня туда вверх куда-то? Ты все, да, старт у тебя не работает? Да, у меня уже все. Ну, кошмар какой-то. Да, что-то игра. Проще. Да, что-то попроще надо. А ты ж вчера отбирал игры, давай. У нас Mortal Kombat. И все. Ты же отбирал игры, давай. И все, и конец, да. Ой, Мартуха, это страшная вещь. Почему? Не знаю, чувствую. Два. Так, Брейном. Кого выбрать? Так, кого выбрать, да, нос? Действительно. Я буду черт, как мы на Соньке, да, в это дело затрачивались. Вот это было весело. Я помню, а тут же была, да, ступенчатая такая, надо было по ступени идти вверх и наверх. Тут это же была ступенчатая. Ну, ступенчатая же была, правильно? Ну, лестница, да. Лестница ступенчатая обычно. Ну да, она просто без... Поэтому что удивляться-то? Да-да-да-да-да. Помнишь? О, я хочу Люкана этого сделать. А я уже выбрал Люкана. А я кого? Джонни Кейдж. Джонни Кейдж. Твою мать. Кия-кия-кия. Разочарование жизни, да? Hello, darkness, my old friend. Я хотел Люкана, а кто я? Джонни Кейдж. Твою мать. Блин, Джонни, прости, но так получилось. Подожди, Нати. Как... А, хрена. А, и там три кнопки всего. Это же Mortal Kombat 2. Я что-то помню еще. Ля какие алдовы сидят, кидая соточку гиганту мысли. С русской демократией дяди жене. Олегу привет. Краси Джей Джей, огромное спасибо за поддержку. Очень приятно. Добро пожаловать. Еще голос такой забавный, видимо, это новая речевая эта штука. Ты теперь так микрофон называешь? Как? Новая речевая штука. Микрофон уже так называется? Нет, там не микрофон, там речевой этот, как он называется? Вот это, вот поэтому я назвал штука, не речевой аппарат. Речевой модуль, скажем так, когда добавляют кубик, в кубе озвучивать донаты, потом что, вот Максим, это, да, речевой, как всё, это правильно называется? Понял тебя. Поэтому штука, говорит. Это называется голосовой... Это называется немножко... голосовая модуляция, наверное. Модуляция. Голосовой аппарат, или как он там, нет, не аппарат. Ну, в общем, понятно. Обалдеть просто. А как прыг... А, вот так. Тихо, Кейдж же почти угандонил. Киа. Все. Люкан Куинс. Три кнопки, значит. Да, три кнопки, АБЦ только. Кута. Что? Подожди, дай я разберу. Куда? Ну, может, он так и делает. Ну, теперь мы точно знаем, как он делает. Куда? Может быть, куда? Типа, бьешь в лицо, он куда? Ну, пока летит, спрашивает. Спрашивает, куда? Куда? Ну, ладно. Чернь. Так, это удар, это нога. А, прыжок. А, нет, подожди. Вверх прыжок, вверх. Хрена? Да, тут это же Mortal Kombat, детка. Детка, Mortal Kombat. Это Mortal Kombat, детка. Ты меня порвешь, я неудобно играть здесь еще. Я только подхожу, ты уже меня рубаешь, смотри. Апперкот, детка. Какой-то мелочный, блядь. Мелочный, блядь. Какая мелочная. Хорошо. Опа, я фаталити не знаю. Давай, сделай фаталити. Давай, загандуй меня. Нет. Что это было? Что я это, не знаю, Жень, что-то вырывалось из ртов разное. Нет. Чистая победа. Так, ну ладно. Нажимай старт. Жестоко. Это у кого-то в животе забурчало, или это такая менюшка в Mortal? Это меню такая. Слышал такое? Да. Я буду вот этим барыгой играть. Рейденом.
Барыга Рейден? Барыга Рейден. Я почему Барыга Рейден? Не знаю. Олег, скажи что-нибудь брутальным голосом. О, пошли донаты. Анонимус, огромное спасибо за поддержку. Олег, скажи что-нибудь брутальным голосом. О, Даша ворвалась, привет. О, я вижу, там все ворвались. Это стрим рейд, да, рейд, рейд стрим. Привет, Даша, привет. Это рейд стрима, да, называется, когда врываются с другого стрима на другой стрим. Так, по-моему, называют это. Да, рейды называются. Как донат раз? Пришел. Олег, скажи что-нибудь брутальным голосом. Это, видимо, с сэмплером имеется в виду, я так понял. Что тебе сказать брутальным голосом? Так, смотри. Что тебе сказать? Люциус в чате написал. Подскажите, микрофон Fifine K780 хороший? Я такой первый раз слышу, поэтому ничего сказать не могу. Скорее fine, всего, fine. Это, если наверное, название fine, китайский, то, наверное, хороший. Скорее всего, да? Наверное, да. Я так подозреваю, что это что-то китайское, видимо, совсем прям. Ну, то есть на Алике же продают микрофоны вот эти вот такие с золотой каймой, там, с розовой, с красной, синей, вот эти вот покрашенные, с лампочками вот этими, с диодиками там, нет? Оно, наверное. Это не донат, это Даша пришла. Так что там по микрофону, я не расслышал? Fifine. Хорошего стрима и настроения вам. Поприсутствовать, к сожалению, не получается, но на записи посмотрю обязательно. Вы лучшие. Анька, огромнейшее спасибо за поддержку. Мы лучшие, нам сказали, и она посмотрит нас в записи, потому что сейчас, к сожалению, нет времени. Такие вот дела. Я буду истинный. Ну, а как нажимать-то? Что-то нажимать? А, букву Б, С, любую кнопку. А, Барыгарейден. Ты Саб-Зиро. Барыгарейден. Саб-Зиро. Как же эти фаталити тут делать? А, я вот на рейтинге, кстати, вспомнил, как фаталити делать. Да я помню, на Соньке первый, да? Я прописал тебе в ёбочь. Да, ёбыч прописал, вот, помнишь? Было, это да, тоже, супер тоже, фраза. Да. Сейчас ее вообще была, практически да. Нет, этой фразы. Да некому прописывать пока. Мартуху же не играем, на. Видишь, как она звучит. Не, я так сейчас не могу специально сделать. Какал, бог гроба. Ну расскажи мне, как тут делать, что нажимать-то? А, у тебя вниз вперед А, это, короче, заморозка. Что-то опять буфер, ну не так. Быстро, да, вниз вперед А. Вниз, вперед, а одновременно нажимаешь. Вниз, вперед, а прям три кнопки сразу. Интересно. После этого ролика посмотрю Арзе. Очень хочу посмотреть, как вы отреагируете. Там очень смешно. Так, Алена, огромное спасибо за поддержку. После этого ролика посмотрите Арзе. Это, видимо, возвращение, которое в Арзе-ка. Ой, там есть много чего смотреть. Да, Арзе, очень наверное, много. Что... Первое. Пишешь просто на канале в поиске Варзет. И все. И смотришь, что там первое. Становится, да, полный Алис начинается сразу, потому что мы уже смотрели эти вещи когда-то. Мы с Олегом же тоже смотрели Варзетку, это у него, у Олега... Подожди, мы записывали в Дискорде с тобой это дело все, я помню, да? Да. Да, это было в 18-м году, по-моему, если не ошибаюсь. Пау. Так. Ну! В последнем ролике в Расте. А, все, Яна, огромнейшее спасибо за поддержку. Скалы, все понял. Это в последнем ролике, где ты застрял в скале. Во все стороны. Где мандраж был вот этот вот. А, когда копьем, что ли, бросил? Да, да, да. Когда копьем бросил, ты с уголка как-то зацепился ногой и понеслась. Вот эта вот мазня по скалам, да. Это хорошо, да. Это хорошо было. Не корысти ради, а токма польза для... А дальше я не помню. Я смотрю, там ты молчишь, донаты, что ли, не прекращаешь? Да. А, вижу. Vice Vape Link, огромное спасибо за поддержку тебе, да. Не корысти ради, а токмо пользы. Ну, давай, сделай. Хрена. Телепорт, детка. Иди сюда. Давай без фото. Твою мать, без фото. Без твоих вот этих вот. Ладно, сейчас будет честный. Давай без твоих вот этих вот. Я вспомнил, кажется, как делается здесь фаталити. Надеюсь, все получится у меня. Ай-яй-яй-яй-яшеньки. На Соньке было удобнее это дело. Ну, естественно. Ох, а кто это выскочил? Что за мудак, блин? А это разработчик. Прости, разраб, я не специально. Да. Что за мудак? Это что за мудак, Уиллис? Ой, хорошо. Ой, балдеж. Именно что балдеж, по-другому не скажешь. Что за мудак, Уиллис? Траволта, это мы не про тебя, если что. Да. Короче. А выскакивал с каким-то звуком, да, веселым, я помню, да, раньше. Да-да-да. По-моему, так что-то было. Джонтари. Там что-то такое было. Что? Что ты сказал? Как? Ты что там? Мандарин? А я сказал... Нет, а дальше? А выскакивал с каким-то звуком, да, веселым, я помню, раньше. Да-да-да. По-моему, так что-то было. Джонтари. Там что-то такое.
Джон Терри какой-то, я не знаю, что это. Джон Терри. Джон Терри. Джон Терри. Да. Да нет, на клавиатуре это вообще дрова. Ну, кстати, на сотню первой было бы получше. Это вообще дрова. Там управление. Можно. Ну, можно, но это... Давай что-то другое, может, там, Том и Джерри или что. Сидят, блядь, бруталы, играют Mortal. Слышь, так, что это? Немножко... Давай, может, Том и Джерри рубанем там. Потом в Барби там дом построим там. Еще, может, там что-то поиграем. Не, ну это дрова, Мартуха. Давай Том и Джерри. Чего уж там? Чисто по-братски тогда. Давай в Том и Джерри. Нахер это Мартуха? Действительно. Да. Так, что это там? Был короткий забег. Бурчащий живот, я услышал. Сейчас другой поиграем. Да, дальше Спайдермен и Веном. Спайдермен. О, это актуально. Да. Сейчас прибегут, смотри, сейчас актив поднимется сразу на Мортал. Так что Спайдер будет с Веномом? Да. Понятно. С Веномом. С Веномом или Веномом? Я просто не знаю, как правильно. Веном или Веном? По-английски Веном. По-русски Веном, наверное. Не, не так. Ну ладно. Жени разные игрушки нашей молодости. Нашего детства, да? Фига там. Спайдермен. Да. Вечерний Сега. Вечерний Сега. Смотрим с дядей Женей разные игрушки. Это уже новое, мне кажется, нет? Посвежей. Ну тут как-то пободрее уже голос. Да. Балдеж, анонимус, огромное спасибо за поддержку. Тут как-то повеселее, да. Звук другой даже, кстати. Нашей молодости, нашего детства, да? Что такое было? Школа, школа, детский сад. Для многих вообще эти игрушки... Чего? Школа, школа, детский сад, к чему? Что это было? Подожди, как это? С дядей Женей разные игрушки... Нашей молодости, нашего детства, да? Что такое было? Школа, школа, детский сад. Для многих вообще эти игрушки, наверное, неизвестны. Да нет, конечно, потому что... Им там надо GTA, там, Warzet, Шмарзет. Да, какой-нибудь там. Да-да. Warzet, Шмарзет, это классика. Это классика жанра. С чего все начиналось, грубо говоря? Так, two players, блин. Нажимай. Нажимал. Ой, сейчас уберу сейчас, чтобы не мешало. А, курсор. Угу, курсор. Так, все, курсор, я курсор, да. Ну потому что по-английски-то говорится курсор. По-английски-то курсор говорится, а по-русски почему-то курсор уже вдруг непонятно. Что за ерунда такая? Курсор. Два врага. Точили. Курсор. О, Офикса, привет, добро пожаловать. Ядрить, сколько лет, сколько зим. Я за вином буду, да? За вином это. Я за вином буду. Так, давай с управлением разберемся сразу. О, так, да, я... С вверх, короче, он паутину пускает. И раскачивается на ней. С нажимаешь, держишь, и вверх. А зачем? У меня же паутины нет, наверное. Вверх, С, ну как, у Венома обязательно есть. Вверх, С нажми, вверх и С потом. А, он смотри, паутины, что делает по факту. Ну он же, поэтому... почему? В мультике он фигачил, пускал. То не паутина, то часть его этого симбиота. Ну, практически как паутина же, правильно? Он же, ну, все-таки похоже, на дальнем расстоянии. Да, но... На дальний не знаю, но паука-то паутина. Но между зданий и вином тоже при фигачил. Притом, смотри, у паука, насколько я помню, у него где-то говорят, что это типа из прям реально из руки было, по-моему, в фильме, да? Угу. А где-то он разработал такие вот капсулы. Ну, как у Спайдера стрелял. Такие же, да? Да. Но я думал, что типа... Нет, я про паука сейчас про паука я понял. Что типа прям из вены, ну не из вены, откуда оттуда, из тела. Ну, выходил. Он стрелял, так пальцы скрещивал. Но типа, в фильме, у него прям из тела, получается, железы какие-то были. А в мультике по канону, по комиксам, у него картриджи были, такое устройство с кнопочкой. Так и в новых фильмах тоже картридж. А, вернули, значит, канон, да, ну все, понятно, вернули, понял, да. Ладно. А вот у Веном уже, получается, видимо, часть костюма, часть себя, то есть чух-чух-чух, вот это дело. Сидят эксперты такие. А, да-да-да-да-да. Блин, управление, конечно. На Б, короче, прыгаешь, да, и ползешь. Танцуй. Гангам стайл. Программа «Яблочко». Это что такое? Какая программа «Яблочко»? Это что? Ой, блин. Это как? Это подожди, что это такое? Что за программа «Яблочко»? Была такая программа, где-то я слышал. Ну, если я это сказал, значит, где-то я слышал. А, программа «Яблочко». С зеленичкой. С голубичкой. Кия-кия-кича. Так, у меня еще щит есть. Чё, о, нифига себе, слушай. Кия-кия-кича. Смотри, какой классный стоп-кадр получился. Это что, да? Комбы разные тоже есть же. Хренашечки. Пропиши ему. Пропиши этому хулигану.
Давай бей его, блять, вот. Отлично. Забавная игрушка. И сколько? Три кнопки управления? Да-да-да, только три. Ой, ма. Ладно, хоть у нас. Слушай, этого... у меня что-то с кулака не бьют нормально так. А, не бьют. Да, он подходит, берет его, и вот надо лупасить сразу. О. Я по мультикам помню, вроде бы они не дружат, да? Да-да-да, они враги. Они же враги были. Да, с космоса там прилетела какая-то ерунда, короче, на камушке. Mm-hmm. Сначала она Питером Паркером завладела, да, да, да. А потом этот там... Я помню, потом нашими умами, блядь. Сначала Питером Паркером. А потом уже дальше. Или Питером в Паркере, непонятно кем. Паркер в Питере. Кит еще смотрел. Репортер какого там этот... Да, тоже был... Эдди Брок, во, я вспомнил даже. С Броком не дружили? И он... Почему? Смех над чем был сейчас? Его звали Эдди Брок. Подожди еще разок. В чем смех-то? Дубль 2, сейчас проверим. Короче, на камушке. Сначала она Питером Паркером завладела, а потом этот там... Я помню, на Fox Kids еще смотрел. Репортер какого там этот... Да, тоже был... Эдди Брок, во, я вспомнил даже. С Броком не дружили? Хорошо. А зачем смех-то реально? Я что-то сейчас слышу и понять. Я что не знаю, тут половина не смешно, но не должно быть смеха. Чувака звали Эдди Брок, он работал репортером. Палец покажи. Ну к чему этот смех был сейчас? Ни к чему, правильно. Поэтому идем дальше смотреть. Давай. Соник, огромное спасибо за поддержку. Кайф, пишет Васька Дума. Ну а как еще по-другому? И он всегда пытался спайдермену. О, нифига себе, можно эти бочки брать. Заснять Спайдермена пытался. Всегда. Я тебя засниму. Навсегда. Горький дым я вдохну. Поеду домой. Не жалейте меня, я прекрасно живу. Только Спайди сфоткать охота порой. Ага. Смотри, какая подмышечка. Смотри, какая подмышечка. Подмышка. Подмышечка. Подмышечка. У тебя жизнь, дальше этой локации продвинемся. По хронометражу должны быть жизни, да, тут? А вон наверху, где у тебя. Слушай, мы бьем каких-то хипстеров, что-то непонятно. Короче, какие-то копота из 80-х. Все настоящие враги, да. 80-х годах же такие были, по-моему. О, бери сердечко, бери сердечко. Я заснял. Мы бьем каких-то хипстеров, да, с 80-х, 80-е, что такие были. Скажи мне, что на стоп... Тут просто смешно сами стоп-кадры. Вот что сейчас ты видишь на этом кадре? Рок, пацаны тащатся под рок. Где рок. Этот? Эдди Брок. А он не тащится под рок? Где Эдди Брок? Ой, это жесть, да? Чувствуешь, какой кринж? Надо вот вместо рок написать кринж. Вот, мне кажется, идеально было. Кринге, по-английски, да, кринге. Фу. Нет, мы не укурились, если что. Не-не-не, ни в коем случае. Вы все время так пишете. Ай-ой-ой-ой, не успел. Не успел. Ну, у тебя, в принципе, да, ты возродился после этого, поэтому... О, прописал. О, давай, бежим. А где была серия? Помнишь, мы записали, как-то робот смешной был? Скайп так... Вот это вот в какой-то серии было, там так улетел. Где-то это в Seven Days же было. Куда нам столько... Да. У Жени и Брейна юмор, как у Мэдисон 2009. Ой, не знаю, не знаю. Навряд ли там такого не было, по-моему. Не припомню, чтобы так шутки такие были прям. У нас тут даже не шутки, наверное. Я тут не знаю, что юмора это. Нет. Юмора как, вообще шутки? Нет. Это как комплимент звучит. Тут просто два человека сели поиграть. Вот просто сели поиграть. Во-во, отлично. Пау-пау-пау. Серьезно, так смотри, оп-оп. Такие ребята настроены нормально. Хрена. Сега. Слушай, у нас реально какие-то хипстеры не смотрели. Чего? Сега, что ты сказал это, чтобы не забыть, во что играешь, что ли, да? Типа, так, не дай бог я забуду. Так, Олег, значит, Сега. А кто же его знает? Сега. К чему эта песня была, скажите мне? Сега, это хорошо было. Такие ребята настроены нормально. Сега. Слушай, у нас реально какие-то хипстеры бьют, смотри. Вообще, слушай, конкретно, да, супергерой добыть такого не может. Чтобы какая-то гопота тут ходила. 9 минут! А где-то нереально. Это что такое? На часах. А, Микки Маус у тебя? Да. Это так же, Сега, чтобы не забыть, который час и не забыть, какая игра. А, понял. Хорошая штука. Как вот в первом Терминаторе, помнишь, да? Там 80-м году, да, по-моему, вышел кино? Да. А ты-то что поешь?
На-на-на-на. Что это? А где-то они реально, как вот в первом «Терминаторе», помнишь, да? Там в 80-м году, да, по-моему, вышел кино? Да, в 78-80-70-м году. В 78-80-70-м. Я запомню. Это надо запомнить. Это хорошо. 5, это мне 5, нравится. 4, 20, 30, 40 минут, 5, 4 утра. Вот туда же, в ту же кучу. Давай запомним, когда эта шутка прозвучала. 9 часов 10 минут. Запомни, это время, когда мы посмеялись. Да. Это шутка, это 9 хорошо. Часов 10 минут. Это ваши голоса там спрашивают? Не похоже абсолютно. Ну как не похоже? Мы же, мы. Это точно мы. Подожди, ну-ка, сейчас шутку эту. Гопата тут ходила. А где-то они реально, как вот в первом «Терминаторе», помнишь, да? Там в 80-м году, да, по-моему, вышел кино? Да, да, да. Вот, и где-то... Да, да, да. Главное согласиться. А там уже дальше. Так же, то есть плащик такой, повязочка на лбу и такие ботиночки с брючками. Ох, ни хрена, что это за движение? У тебя защита, короче, щит. У меня тоже такое есть. Ты видел, как я с двух сторон их взял? Обалдеть. Ага, жесть. Я говорю, здесь можно как-то вот эти комбинировать удары, но не всегда понятно, как это делается. Mm-hmm. То есть тут как-то... А, вот. Ой, у меня жизни... Всё, одна осталась. Так, мы куда-то... Что-то много их тебе, не кажется? Вообще, слушай, жесть какая-то. Да-да-да. А опций никаких не было, то есть уровень... Да-да-да. Что с пауком опять? Я не могу понять, что за стоп-кадр у тебя? Объясни мне, что это? Прилег отдохнуть. Ой, сложности даже и не выбери здесь. Так, Донателло. А да, помню старые серии еще и со скайпом. Логодрамище еще то было. Но зато угарно выходило. Артём Скоков, огромнейшее спасибо за поддержку. Скайп — это вообще капец. Он был нормальный когда-то, прям хороший, а потом стал все хуже, 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 и потом мы вообще забыли про него. Как страшный сон. Спасибо большое. И это же реально вот в детстве проходили. У тебя жизни мало очень. Да, да, да. У меня тоже одна осталась теперь, как у тебя. Давай, тихо. Главное, в детстве же это все проходилось как-то. Да, тихо. Да. Без всяких проходилось читов, же как-то. Без всяких читов, без там... Вообще без проблем. О, ролик закончится когда-нибудь, да? Да. Или мы сейчас осталось минута. Минута осталась. Просто. Куда надо внутрь? Нет, набежали, блин. Давай, хипстеров. Бей. Пок-чак. О, телочка. Блин, телочку били. Смотри, опасная какая. Опасная вообще, слушай. Тихо, не бей меня в дых. Нет, он нас предупреждает, но там все. Не бей меня в дых. Дых — это хорошо звучит, мне нравится. Ну, вдых, вдыхлос или как-то, да. Языку вином радует, конечно. Прикусил. Кого, блядь, он радует? Что ты несешь? Ну, это я сам себе говорю. Да, язык понял, вином понял. Радует. Кого, да? Язык вином, конечно, радует. Ты порадуешься язычком, порадует, да? Женя, вырубай нафиг, там, походу, уже все. Там уже конец. Да, ну тут минута еще целая, видишь. Ну там одна и та же локация, какие темы уже пошли, уже все. Ой, что там дальше у нас? Том и Джерри, вот, ты просил Том и Джерри, вот тебе Том и Джерри. Том и Джерри. Так, мы пошли играть эти Том и Джерри. Чип-чип-чип-чип и Дейл. Вспомнил что-то. Почему я вспомнил это в Том и Джерри, объясни, пожалуйста. Не знаю. Я тоже не знаю. Я тоже сейчас подумал, а почему нет? Мы же Том и Джерри, я еще говорю, это Том и Джерри, он чип-чип-чип и Дейл. Том и Джерри. Понеслась. Чип-чип-чип-чип и Дейл. Вспомнил что-то. Жалко, Чип и Дейла вроде нет, да? Это... Чип и Дейл, да, по-моему, нет. Но жалко, перерыв, Чип и Дейла не вроде нет. Слабоумие и отвага. Жалко, наша Чип и Дейла вроде нет. Жалко, Чип. Это как-то интересно звучит, на Ты самом деле. Ты точно включил Том и Джерри? На этой картинке их... А, есть. Есть, это нашел. Просто из мультика. Это мультик есть такой, где вот тетушка есть, там ее внучка. Я что-то подумал, что это мафия. Definitive Edition. Вон, смотри, Сальери. Да, похоже. А собак Фрэнк, все его друзья. Мафия. И давай. Давай. Так, я Том. А хули это мыши это играют? Я Том. Привет, я Том. Хорошо, живем. Выбирать нельзя, оказывается. А что делать надо в этой игре? Jump style, опа. Играть, сука, эксперты, блядь. Что делать надо? А что здесь делать надо?
Что здесь надо делать, да? Опа. Смотри, как я умею делать. Опа, гамнам стайл. Опять в каждое... А давай одновременно так. Давай. Как ты это нажимаешь, чувак? Вниз, вниз. Зарядка по утрам. Оп, оп. Занимайтесь зарядкой, дети мои. Оп, 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 оп. А ну дайте я за хвост потрогаю. А ну-ка давай. Подожди, давай. Подергай меня за хвост. О, нет. Это уже не за хвост называется. Надеюсь, я не подойду сейчас спереди к тому. Надеюсь, что нет, я не помню. Так, сыр надо хапнуть, да? Тебе надо сыр хапать, да. Найс. Крот! О! А, блин! Ебаш крота, это крыса! Сука, дедукция, а? Это крот, это крыса. Классно. А как крыса, убить, ребят? А что делать? А прыгать надо сверху, просто прыгать. Здесь игра простецкая, то есть просто прыгать простецкая на них, игра, да. Дальше. Ну прыгай, ёпта. Моргни, Олег, если тебя силы сюда завлекли, да, играть? Что делать, а что куда, зачем? А как прыгать? Прыгай. Так. Ай, блядь! Рондондон. Кроты проехал, крот прогнал. Слушай, а как тут сыр забрать? Крот прогнал. Надо запомнить для кринжевых историй, да? Крот прогнал. Крот прогнал здесь, смотри. Так. Ну я сыр точно не съем. Ох, я понял, надо походу задерживать, да? Кого задерживать? Ну клавиши имеется в виду, наверное. Да надо задерживать, он высоко прыгает. Просто нажимаешь и держишь прям. А я тоже не могу взять. Слушай, а может друг на дружку надо? А как интересно. А как ты туда заберешь-то это все? Угу. Рыба летает с сыром. Распрыгались, блин. А, во, а нет. Ой. Нет. А вот, смотри, прыгаешь на этот, да, на домик. А, точняк, да, сейчас. И уже под... Ох ты, блин, еще и шмячик какой-то я взял. И шмячик. Ями-ями-ями. Я тоже услышал и шмяч. И шмяч? Ты сказал, вот, и шмяч. Я повторил еще в угар. О, и шмяч. Где такое? Два торчка. Давай, хватит идиотизмом заниматься. Да. Вот, пройдите, мысль верная. Вот. Здравая мысль за последние сколько? 4 ролика, 5 роликов. Хватит заниматься идиотизмом. Марио чем-то напоминает. Да, то есть все гениальное по. А куда ты что там? Все гениальное по. Надо запомнить, все гениальное по. Все гениальные по. А блин. Ладно. А чё не прыгает-то, мышь? Смотри, я... Чё мышь, блядь? Ага. Соседка, ты не прыгаешь, мышь. Попутал. Слушай, я не могу запрыгнуть, он не нажимается. Гейм овер, блин. Continue. Так, давай еще раз попробуем. О, уже не continuous, уже continue. Видишь, это прогресс. Ребят, пишите в комментариях, что поиграть. Да, мы поиграем, да. Кроты, прыгай, потому что мы умирали за кротов. Да, обязательно надо вместе идти. Кооперативная игрушка. Так, машину надо, короче, перепрыгать, его не получается. А Том и Джерри... Надо идти вместе, кооперативная игрушка. Главное, вместе идти, кооперативная игрушка же, фиг ли ты. Да, я тебе говорю, кооперация прям супер. Обычно же не ладили, насколько я помню, по мульти. А давай, куда? Блин, берем он. Чего он умирает, слушай? Слушай, я же его это. Я его ушатываю, он даже ноль внимания на меня. А, блин, куда? Проблема в том, что эти видео, они не самые смешные. Ну это просто. Они просто первые. Они первые. Дальше. Дальше просто там жестче много. Ну, естественно. Там еще вечерний Дэнди есть один выпуск. Угу. Один. Один выпуск. Единственный один, он неповторимый. На 30 минут, я помню, да. Да. Потому что все, жизнь коротка. Ну-ка, мотану-ка я. Бабуля. А что, подожди, что мы тут ржем? А, куда? На крышу запрыгивай. Подожди, я не вижу себя. Сейчас я не спущу, давай. О, бабуля ходит какая-то. Что ты с бабушкой сделал, Женя? Не знаю. Ты подошел к бабушке сзади, она пропала почему-то. Ну, видимо, ударился об нее, она померла, не знаю. Странная реакция. Давай, собирай сырок. Ой, теперь я себя не вижу. А, прыгай. Давай. Бежи. Блин, меня там в задницу стреляли. Она же там солью. Блин, нас все хотят, ты понимаешь, убивают комшотик. Сырок твой. На 4 жизни. Убивают комшотик, я не вижу себя. Нас все хотят. У нас умер. А, все, да. Ну давай, Том, покажи мастер-класс. Ну хорошо, я попробую пройти дальше, конечно, но не обещаю тут каких-то заоблачных фантазий. Ну давай, да. Не обещай заоблачных фантазий. Давай дальше, это какой-то тут на Томе я уже помирал, по-моему, уже все. Да,
Уже чувствуется, что все соки из меня вышли. Вот Streets of Rage мы поиграли 26 минут, на удивление. Блин, ну только же не все 26 минут. Нет, конечно, полистаем. У нас Streets of Rage. Что это за дыхание было? Не знаю, сейчас еще раз окно-ка. Слышал там? Не варит, с этим микрофоном еще и ботняет. Женя, должно было быть за кадром, какого хрена? А почему? Это же ты на твоем канале ролики, не на моем. А. Да, поэтому я тут ничего сделать не могу. Не варит, с этим микрофоном еще и ботняет. Да. У нас Streets of Rage. И что, все хуйня давай сначала? Вспомнил. Хорошо. Ой, нормально. А что там с микрофоном-то было? Я откуда знаю, что там было? Так сейчас я его нашел. А зачем ты засмеялся сейчас? Я могу то же самое у тебя спросить. А. Интересно, из-за чего же эти полосы идут фиолетовые? Ну, я отключил кодирование, как ты сказал. Посмотрим. Так, Optimum, блин. Лайкни. Лайкни. Лайкни, чёрт. Лайк, чё ты? Ты чё, лайкни давай. Лайкни, что ли, мастер? Ну-ка, лайкни быстро. Сидит уже, ржёшь, да, лайкни давай. Хохотойло. Так, Донателло. Тёзка, огромнейшее спасибо за поддержку. Хорошего просмотра. Там лайкнуть надо. Ну, нажми «Мне нравится» под видео. Нажми «Мне нравится» под видео. Нажми «Мне нравится». Нажми «Мне нравится» под видео. Мне нравится. Естественно, «Мне нравится», да. Пишут, давайте в BF3 поиграем. Ну да, у нас же вещь на Сеге есть Battlefield 3, мы поиграем. Так, Олег, давай. Дерзота такая. Big detected. Big style, ну. Mode activated. Давай. За кого ты будешь играть? За кого же будет играть Олег? Мне стало интересно сейчас. Даже мне интересно. Давай, стало. Ну-ка. Я за старикана, давай. Ты за Барбоза будешь, да? А я буду за пацика. Так, давай. Тут три кнопки, да? Управление. Это уже мелочи, блядь. Это уже сколько уже серий? В роликах трех или в четырех, да? Это семь серий мы уже протыкали. Не дай бог, блядь, будет четыре кнопки управления. Играть мы не будем, удалим канал. Все, стрим пока. Три кнопки здесь. Это знаешь, когда... Это такой райдер. Райдер Брейна. Да, здесь три кнопки. В райдере написано что угодно, но главное, чтобы три кнопки было. Не больше трех кнопок. Не больше трех кнопок, нет. Ой, жесть. Освоимся. Так, выбирай. Ладно, погнали. Дедушка. Очень интересно, аж зевнул, блядь. Настолько интересно, что... Ну, погнали. Ну, погнали. Смотреть нет. Давай на пылесос посмотрим. Давай посмотрим, что за три. А нет, все. Энтузиазма все меньше и меньше. О, это было близко. Еще одна бомба. А смех зачем? Несколько секунд. И бум. Да, мы так рады, что нашли бомбу. Что мы будем делать дальше, Аксель? Аксель. Да, займ будет трой. Бля, как же это тупо, а? Ну ладно. Аксель. Аксель. Прав насчет бомбы. Почему ты так говоришь, как будто ты вот сейчас вот до неба дойдешь вот по тональности? Аксель. Я делал как ганвест, как это пока еще не стал мейнстримом, да. Вот оно что. Ой. Имеешь в виду, снизу вверх поднимался или что? Ты как-то знаешь, как будто ты сидел вот под одеялом с микрофоном там, или с ноутбуком. Аксель, да. Это, наверное, все стеснение, я не знаю. Кстати, у меня звук пропал из игры. А, пока нет, да, на заставке, видимо, нет, глушняк. Во. Длина. Слушай, дедуган, смотри какой. Смотри, залез. Дедулька дает говна. Тихо-тихо, меня схватили сзади, копали. Почему ты ставил все игры с какими-то хватаниями? Там тот за жопу, кооперативный, ты же спрашивал. Кооперативный. Делаешь там? Ты же говорил, выбирай все, которые вдвоем можно играть. Я и выбирал. Электрический дяденька. Дедуган, смотри, да? О, нифига, я на роликах, смотри, катаюсь. А меня-то за что? Здесь Friendly Fire нету. А ты кто вообще? А. Ты кто вообще по жизни? Я мальчик. Ты на роликах. Ты кто, братанчик? Ну да, сейчас. Ничего себе, слушай. На роликах, да? Жесть какая-то. Смотри, с головы, главное, дяденьку.
Кто? Ты что, меня взял за уши дергать собрался? Что это вообще? Прекрасно. Дедушка. Я тебя схватил так жестоко, да? О, ничего себе, смотри-ка. Я схватил тебя так жестоко. И стал он мне вдруг одиноко. Я не знал. Я не знал. Да. Но все равно. Я тебя схватил. На С прыгать, на А супер удар, на Б простой удар. Да, на букву А, короче, супер возможность, там жизнь тратится. Смотри, аккуратненько. Он бьет тогда. Сколько мы в этой игре наваляли? 26 минут. Давай. Пропиши ему. Я ему прописал с роликов. Ну, а может отойдем тут? Ну, это босс, мне кажется, типа, да, Маклео. Это ты в игре предложил отойти или в жизни? Не, давай отойдем. Почему дед, блядь, на Ктулху похож на какого-то? Ну, усы латексные этой. Усы. Это разве усы-то Ктулху? Посмотри, это как капитан из «Пиратов Карибского моря». О, телефон! Нет, а ну давайте в телефон. Не говори модель. Да, не говори. У какого телефона был такой телефончик у тебя? Давай. Нет. Вон, слышно. А, да. Сказал, яблоко надо взять. Яблочко надо взять. Ой, блин, дед. Отлично. Нет, не угадали. Так, Ксения пишет Siemens. Но это не Siemens. Дед. Вот, Туман первый угадал. Nokia, правильно, был Nokia, такой черненький, маленький, кнопочный, обычный телефончик. Он пи-пи-пи-пи, там больше ничего не было, просто никаких мелодий. Не трогай, не дед. Смотри, дедуган, да? Я ну... А чё мы ржём-то? Подожди, тут ничего не происходит на экране. Ну, ты знаешь, если бы я не знал этих людей, которых мы смотрим сегодня, я подумал бы, что они накурились реально. Но почему? Потому что они смеялись там, где не смешно, даже вот сейчас. Вот сейчас мы ходим и ржем, а чё ржем-то, я так понять не могу. Может быть, не надо стеснение быть. А, да, вот, ну, скорее всего, да, нервный, знаешь, вот это как-то нервное, когда ты не знаешь, как себя вести, учитывая, что человека мало знаешь, и ну там, ну просто это чтобы... Это нервно, это нервный смешок. Да, нервные смешки. Абсолютно. Ня. Так. Путно. Да, у меня нет. У меня обновляется. У меня опять стопор пошел какой-то. Мы играем с помощью рук, двух рук. Спасибо, блядь, за уточнение. Спасибо, что ты раскрыл еще одну тайну. Мы играем с помощью рук. Даже трех пальцев жены. О, пацаны подъехали, смотри. О, ничего себе, на плечи бы сел. Что? Не знаю, у меня что-то ничего не... Ты сказал, о, ничего себе, на плечи бы сел. Ты ему или он тебе? Я не понял. Это что-то вдруг обновляться стали попутно. Да, у меня нет. У меня обновляется. У меня опять стопор пошел какой-то. Мы играем с помощью рук, двух рук и четырех пальцев, да. Даже трех пальцев уже. О, ничего себе, на плечи бы сел. На плечи ему сел. Ебу, только вот так как сказано. На плечи ебу сел. Кому там ебу, не знаю. Что нет, вообще происходило? Ну, через нос непонятно. Получилось ебу. Вот, то есть ебу, ба-ба-ба. Ребят, это кульминационный момент. Женя ругается. Нет, все, это забыл. Ему. Ему через нос просто и все. Ну, а пусть будет так. Мы хотим этого. Ну, пусть будет так. Я не знаю, у меня что-то ничего не вырубает. Тебя вырубается лайв-трансляция? Нет. И у меня тоже идет попутно. Это у вас, ребят, наверное, может, что-нибудь с интернетом у кого? Кто его знает? Сейчас вечер, тем более, и выходной. Возможно. А, эмуля... Эксперты сидят. Может, это у вас что-то с интернетом? Уныло. Оно как-то уныленько. Скучно, да, уныленько скучно. Здесь. Скучно, я не могу, я смотрю это, я уже не знаю, что делать. Да, скучно оно. Этот спецудар, когда делаешь жизнь, блин. Да. Черт. Надо с этим аккуратно. Как плохо ночью играть. Соображал. Может, другой какой-то ролик есть, но оно реально уныло. Конец. Если оно реально уныло, мы это скажем. Скучновато что-то, как я сейчас тоже слушаю. Вот реально, ни шуток, ничего, просто пошли туда-сюда. Гангстер Хэроус. Да-да-да. Хэроус. Гангстер Хэроус. Хэроус. Хэроус, я еще это как Херес, блядь. Гангстер Херес. Гангстер Хэроус. И опять, да-да-да. Гангстер Хэроус. Да-да-да. С Олегом Брэ... Хорошо.
На, детка. А что там полоска какая-то появилась? Не-не-не, все нормально. А, все окей. Детка, что за игра? 93-й год. Так, изи. Мы не ищем сложных путей. Мы играем только изи, детка, только изи. А что я могу... А, ты выбираешь? Да, двух игроков. Это изи стайл. Выбирай, кем ты будешь играть, давай. Ну, чел пишет, что играл днями и ночами в нее. Молодец. Поиграй в меня полностью. Да, да, выбирай что-то. Да, выбирай. Игра, поиграй в меня полностью. Фришот, либо фишот. А пофиг. Стрелочка выбирай, да? Я выберу фришот и выберу... О, можно огонь выбрать. Юра пишет, я бы такие видео смотрел 24 на 7. Серьезно, что ли? Да ну, Юра. Вы шутите? Нет. 24 на 7 такое смотреть? Мы вот этих чуваков смотрим, и тебе говорю, это... Ну, там немножко смотрибельно местами. Но... Они же типа привыкали друг к другу. Ну, только-только, это 3 декабря. Ну, что вы хотите от этого вообще? Я календарь перевернул. И снова 3 декабря. Я подойду и крикну. Ну, вот, да, именно 3 декабря, да. Огонь, я выбираю зеленую фигню. Что-то громко, слушай, надо как-то поменьше. Да не, слушай, нормально. Мне кажется, нормально. Что-то слушай громко, да не слушай нормально. Не громко я слышу вот груза. Ну ладно. А зачем посмеялись-то? У меня слышу, у меня громко. А зачем это вот это? Игры еще нет, а мы уже посмеялись, понимаешь? Да, нормально вроде бы. А на запись там нормально? Ага. Что так, это давай, за кринж? Не знаю. Такое ощущение, что раньше было хуже, чем сейчас. А то говорят, сейчас все, вы не те, не смешно, раньше было лучше. Как? Вот где? Что? Я не знаю, что тут. Что тут смешно? Мы просто берем и... Нет, ну так ты же сравниваешь самое начало. Ну все равно. Потом же года шли. Ну года шли, да. Годы, года. Не знаю. Поехали. Ну, так, давай, мотанул. Так, жизнь, как выбрать? Тебе... Слушай, возьмешь сердечко? О, босс Слабость. Приближается. У нас приближается босс. А вот он босс уже, что ли. Цветок? Давай, я стреляю в него, стреляю. Видимо, я не этого ожидал. Цветок. Чувствуешь, сколько разочарований в голосе было? Цветок. Тебе что-то? Цветок. И все. Это как Джонни Кейджем, да? Что это запищало только что, или мне показалось? Да нет. Что у меня там запищало? Не знаю. Мария, привет, добро пожаловать. Вали, ували. Да, а урон-то не наносится, по-моему, а почему? Да? Вроде бы попадаем же, все правильно. Что еще надо? А может, шарики надо отбивать? Ты, как мы могли шарики, с тобой шарики. Играть в игру, где надо было убить огромную спаржу? Я вот просто не понимаю. Ну, это же Sega кооператив. А. Один ответ на все, как мы могли играть. Ты просил. Выбери все кооперативные игры на двоих. Я выбрал. Все. А, все, победили. Хрена, смотри его. Женя уже практиковал в то время, да? Ой, блин, я же закажу. Я тебя закинул, ты видел? Да, перекинул меня. Забирай. Может, продвигаться будем, а? Ну, давай попробуем. Это хорошо. Может, продвигаться же будем, нет, в конце концов? Подожди. Сейчас надо валить его. Смотри, смотри, слушай, а что так быстро? Пули, вот потому что сила джигурды. А я как обычно упал. Ну нормально, детка. О, надо держаться вот так. Куда ты прыгаешь? Давай ко мне. Давай, куда? Подожди. Я выкинул. А ты сделал это? А я не знаю, ты опять под руку попал. Я буду просто стоять тогда. Не-не-не, подожди. Ты понял, откуда Бекмамбетов взял идею стрельбы? Кстати, фильмах. Похоже, похоже. Вот ты стреляешь, а пульки аж назад заковыриваются, понимаешь? Я что-то не замечал, не задумывался по поводу этого вообще. Будешь знать. Похоже. Кого-то мы выкидываем. Не, вот я никого не бросал. Давай, ты бери лево-право вот так вот. Да, давай. А можно перемещаться, видишь, на потоке разные. Кстати, нет, у меня не перемещается. Нет, надо вверх вот так вот, смотри, в корпус попадать. В корпус, детка, только в корпус. Корпус, детка, только в корпус. Не дай бог мимо, да? И ржач какой-то пошел. Во, вот так надо, детка, смотри. Да как я тебя к нему, блядь. Вот, все. Слушай, шик вообще. Классная игрушка. Да, забавная. Такой драйв. Все, картон расстроился. О, телевизор. Какой драйв. Что там дальше, да? Такой драйв. Такой драйв. Мы это играли первый ролик 23 минуты и второй на 33 минуты.
Ты представляешь? Наташка, давай, ебаш ее. Ай, тихо. Все прыгают, хули все прыгают. Хорошо, хорошо. Кстати, игре какая-то манечка на прыжки. Надо под ним стоять, наверное, да, и бить его. Да. Да, вот давай, детка, да? Да, нормальная игра. Ой, я какое-то оружие себе взял новое. О. У тебя нет выразительности, я понял, в чем проблема. Да, видимо. Ты такой, знаешь, как мышка, такой тихенький, спокойный, то есть и голос не особо поставлен, как сейчас. Я взял вот это. Такое оружие. Такое, как маленькая Золушка сидит там такой. Ой, Олежка, Олежа, Олежа, что там такое происходит? Ну такая, что ты хотел? Два ролика записал, ну вообще. Ну подожди, может быть, ты тихо звучал? Может, и тихо звучал, кто его знает. Ну, как-то так тихонько. Может, я по ночам записывал, когда все спали, фиг его поймешь тогда, вот что когда я уже даже не помню, что там было. Или я с работы приходил, приезжал, такой убитый уже, что ничего не мог погромче говорить. Не знаю, честно говоря. Сложно понять. Надо найти, где мы там поживее с тобой были. Давай, куда леснем? Не, следующий давай посмотрим. Мне кажется, там поживее. Просто тут, во-первых, не слышно. Так, давай Road Rash тогда, Gunstar пропустим, потому что это одним этим писалось, одним дублем, я помню, Gunstar, а вот Road Rash уже другое. Road Rash 3 с Олегом Брейном. О, да, детка, чувствуешь? Да. Вот, здесь же веселее, да. Road Rash, бля, сейчас посмотрим, что там. Главное сказать, да, это Road Rash, сейчас посмотрим, что там. Двух игроков. Эпично, да. Да-да-да. Зачем, блядь, два раза дублировать? Зачем? Да-да-да-да-да. Не знаю. Так, сплитскрин нам нужен, да? Или как лучше, да. Подожди, ману-ману, сплитскрин, наверное, будет. Все в Хогвартсе я создал. Да. Пошли, уличной магией позанимаемся, да? Так, давай, поехали. Ни хрена? Чё ты посадили, блядь, на мотоцикл? Почему здесь Хогвартс, уличная магия и Road Rash? Не знаю. Это так же, как и открыли Том и Джерри, чип-чип-чип-чип и Дейл. Это да. То же самое, видимо. Езжайте, блядь. Спасай свою грёбаную жизнь, да. Ну-ма-ну-ма-ну-ма-ей, блядь. Чувствуешь, задор песни пошли? Ну-ма-ну-ма-ну-ма-ей. Видишь, как она четко все плывет, да? Ой. Да. Жду, давай. А где я? Как я знаю, где ты? Меня так штырит, как будто я знаешь, первый раз. А ты меня увидишь, вообще. Давай, ты меня увидишь. На дороге. Сейчас поедешь вперед и увидишь меня. Все, ты меня догоняешь. Машина проехала. Ты меня догоняешь, давай. Вот. А где ты смотришь, кто кого догоняет? А вон там написано, стрелочка. Вот я стою, давай. Вот он. Где ты смотришь, кто кого догоняет? Я не догоняю. Где ты меня догоняешь? Я не догоняю. Где ты смотришь? Два наркомана встретились, блядь. Да. Я могу тебе даже в щи прописать. О, борзо. Да-да-да. Песня. Как ехать, что нажимать? На кнопку Б держишь. Как ехать, что нажимать? Там три кнопки или нет? Главное, чтобы было три кнопки. Это самое главное. Б, это С. Ты С нажимаешь. Да, здесь можно рукой биться, сталкивать. Здесь полиция тебя ловит даже. Рукой биться, сталкерить? Давай, Тангажи, столкнуть, ты сказал. Я услышал, сталкерить можно, типа, артефакты. Я тоже слышал, что... Ну... А, я мусора ударил. Пирожки с летсплеями, поехали. Класс, я мусора ударил. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. А то, что пирожки с летсплеями тебя не смутили, мы тут над чем еще смеялись, да? Пирожки было такое с летсплеями, да-да-да, точно. Летсплей, давай. Давай. Бабуля, приготовь мне пирожки с летсплеями. То есть первый раз сказал, никто не посмеялся. Мы автоматом ржали, блядь. Похер, смешно, не смешно. По-любому слово, да, по-любому. Потом еще раз надо сказать. Молния два раза в одно место не бьет, не знаю. А Брейн может шутить дважды. Это нормально. Ассоциация от Олежи. Это нечто равно. Так, Соник, огромнейшее спасибо за поддержку, пишет, ассоциация от Олежи, это нечто, Чип-Чип и Дейл, ну да. Да, Чип-Чип и Дейл. Почему, интересно, вот как это работает? Чип и Дейл, да? Чип и Дейл еще где-то, а, это подожди, в этом было, мы же с тобой на Дэнди тоже играли Чип и Дейла, ты там пел песню эту, да. Смотри. Да, можно и ножкой. Ой, тихо. Оголи ножку. Бежит, блядь. Я бегу за мотоциклом за своим. Черт возьми. Вот он, Road Rash. Давай. Ты меня видишь? Да, ты меня видишь. Я тебя вижу. А что смеяться-то зачем? Ты меня видишь? Я тебя вижу. Жень, я не знаю, но это... Где ты такой? Я тебя вижу, где ты?
Ой, блин, да. Как так-то? Сейчас я еду за тобой. О, там этот бычок был. Охрена. Я тебя ёбнул. Отлично, иди сюда. Иди сюда. Я даже спрашивать не буду, почему я так угарнул. Не знаю. Лучше не отвечать. Да, я тебе пробежу. Да, я тебе пробежу. Давай будем вдвоем играть. Тангаш, детка. Ну-ка, давай. Тюрмаков. Я тебя добавляю Тюрмаков. Тангаш. Тангаш, детка. Такое впечатление, что мы практиковали друг перед другом. Кто кого перешутит, да? Перекривляет, видимо, скорее. Перекривляет, я тоже. Ой, жесткач, это ж как так надо было-то, а? Так, что там пришло, я пропустил. Фердавс Мажитов. Огромнейшее спасибо тебе за поддержку. Смайлик с какашкой был куплен. Намек, Женя, намек. Это намек на то, что заканчиваете, да, уже? Подожди, это же пудинг, а не какашка. А, это пудинг? А, все, сорян. Написано pile of poop with a face. Pile of poop? Да, кучка дерьмеца с лицом. Поэтому не может быть пудинга. Я же был подначало на фоне этих видосов. Что это? Женя, что это? Это кучка дерьмеца с лицом. Ну да, но так же написано, я перевел. Я понял, понял. Даунизм лютый, вон Ксения ржет. Ну, так говорили, вот я не знаю, почему мы так делали. То есть она сказала, что мы типа дауны, да, с тобой? Нет, это мы сказали в видосе, даунизм лютый. А, даунизм лютый. Блин, я тоже вляпался. Лягухан пошел. Остановитесь. Беги, Форест, беги. Остановитесь. Беги, Лес, беги. Ром-дон-дон. Чего? Ром-дон-дон. Дед, а вон ты Гашиный стоял. Гашиный, да. Да вон ты Гашиный стоял, я видел. Ой, Гашиный, я помню, да. Тоже ты было. Че, Гашиный вот это было, да. Гашиный, да, это было хорошо. Ой, блин. Вдохни моих испарений, детка. Осуждаю, ёпта. Че ты несешь? Вдохни моих испарений, детка. Ты чего? Я откуда знаю, нашел кого спросить. Ты не? Нашел кого спросить, ты чего? Ну да, сейчас дальше я, наверное, что-то ляпну. Давай. Детка. Детка. А, блин. Да, 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 правильно, блин. Я упал. Все нормально, спасибо. Стрекатель онлайн. Ничего не спасибо. Что там, я не расслышал. Сейчас. Ну так вы. Я вспомнил, как в Симпсонах было. Я упал. Ты упал? Да, поберегись, детка. Тихо, это я спалил, короче. Не-не-не, не надо, я тебе тоже, у меня ломом есть. Ну давай. Сударь, не желаете ломом? Шень, такое впечатление, что тут заигрывание самцов, знаешь? Кстати, да. Давай, иди сюда. Детка, давай. Понюхай мои запахи. Испарение, извини. А какая разница, хотя... Нет, испарение это другое, запах это одно, испарение это другое. Действительно. Естественный процесс... Рецепты от дядюшки Брейна, блин. О, ну-ка. Потом быть офигенно круто. Что там рецепт от дядюшки Брейна, ну-ка? Гвозди становятся жидкими. Потом ты это выпиваешь. А, жареные гвозди. Берешь молоко и в тазик заливаешь, молоко ставишь, чтобы оно разогрелось, туда гвозди кидаешь, и гвозди начинают плавиться. Молочная кислота просто разъедает металл, и получается, что гвозди становятся жидкими. Потом ты это выпиваешь, и ты можешь как железный человек потом быть офигенно круто. Фига, какое длинное предложение, я сказал. Мощно. В этой замечательной игре, да. Рецепт. Рецепты от дядюшки Брейна, блин. Ни в коем случае не повторяйте это дома, друзья. Нюхайте испарение. Squirrel. О! Squirrel King с Брейном. Сейчас Том и Джерри будет, да? Да. Это же не так, это же так. Знаешь, такой похеризм такой, знаешь, сидишь ты. Женя там, привет! Да. 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 Поехали. Ты здороваешься. Нажми на старт. Записи, да, я на записи, да, здороваюсь. Сейчас, нажимай старт. Три кнопки. Будешь играть. Надеюсь, тут не будут трех кнопок. Чип-ч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 ип-
давай. Тот, что справа, он же типа слабоумный, белочки, да? Белочки, это не бел... Ну да, ЧП Дейл. Белочки, это бурундуки. Уличный круиз, да. Подожди, чё? Подожди, подожди. Они не белочки, они бурундуки. Уличный круиз. Вы лучшие.
Но дядя же не рад. Радио Олежка, огромное спасибо за поддержку. Давай. Ну-ка. Так. Белочки, это не белочки, это бурундуки. Уличный круиз. Уличные это бурундуки, да, точно. Опа. Уличный круиз, уличные бурундуки. Нет, это... Жесть. Ой, блин. Интересно, слушай. О, смотри, я могу огнем кидать. Что за ерунда? А, больше не могу кидать. Ты что-нибудь можешь кидать? Бля, я помню, что здесь будет. О, ядри, я вспомнил все эту анимацию. Да. Гандам ставил. Подожди. Они сделали это? Это было очевидно. Сколько времени прошло? Как это все произошло? Скажи ты нам. Жень, зачем? Ты это для доната ты оставил? Типа? Mm-hmm. Надо было туда, короче, из аватарки старой вырезать. Жень, бля. Не, я пошутил. Ну, осуждаю. Зачем мы это делаем? Не знаю. Что за это дичь вообще? Это Том и Джерри. А, это эти. Я забыл. Чиппендейл. Чиппендейл. Снаружи я вроде понимаю, что это не особо интересно, но где-то глубоко внутри мне очень нравится. Класс. Вы сделали мою жизнь. Спасибо вам за это. Ностальджитер, огромнейшее спасибо тебе за поддержку. Хорошего просмотра. Хорошего дня. Подожди, вернись, давай еще сделаем. Серьезно? Подожди, вернись. Давай еще сделаем. Синдром Чиппендейла. Как ты так нагибаешься? Ебай. Ой, извините. Ой, блин. Как ты так нагибаешься, Женек? Хороший вопрос. Кринжеватый такой немножко. Давай. Спарта. Спарта, блядь. Как? Мне кажется, это самый лучший ролик совместно. Да? Это верхушка айсберга. Это верхушка, да. Верни меня на землю. Так, пойдем вниз. Ящики можно поднимать и... Слушай, а он так не бьет. А, каким-то огнем, да? Да-да-да. Только он кончается. У тебя ноль, все, он кончается. А как же двигать? Что же делать теперь? Так, прыгать надо, идти наверх. А мне не прыгай. А, прыгай. Тебя Чип и Дейл локал? Поднимайся. Это, видимо, синхронизация с симулятором, что-то там такое. Ты же обновил комп с того времени, уже нормально? Нет. Тогда вот в декабре 2012 года у меня был... Ой, ма, сейчас я тебе скажу, что было. У меня было... Ты представляешь? Pentium 3, 1000 МГц у меня был. На котором лагал Чип и Дейл. Это тебе не 3090? Нет. По 150 тысяч, да? Да, нормально. Это Pentium 3, 1000 МГц был. Это еще обновленный он был, потому что до этого, до YouTube-канала, у меня был Celeron 433 МГц. Вот уж извините. Извиняю. Да. Звуки такие няшные, да? Офигеть. Няфочка, вурняфочка. Жирнявка, да? Да, вурнявочная игрушка. Ой, жирнявочка. Так, здесь провода. Смотри, здесь нужно по проводам. Ага. На поддержку штанов и после такого стрима откупить от санитаров равно. Блин, Сакрам, спасибо за поддержку. Действительно, блин, такие стримы. Да, ну я полетел. Жень, давай собирать на санитаров. Донат шкал на санитаров. Вот это зачет. Это 5. О, так, на санитаров, да, это хорошо. На санитаров отлично. Вот. Так, а где музыка-то, слушай? Порно бурундуков — это круто. Санитарий читаешь, да? Да. А ну давай еще раз сделаем. А музыки-то нет, слушай? Порнушечку иди сюда. О, не угомонись. Давай сделаем порнушечку. Женя, уже мы перешли в категорию 21. Да, 21 плюс по тихой грусти. Давай. Спарта! То есть ты как бы не против был. Давай. Почему у Дейла рот открыт, блядь, я не понимаю. Почему? Почему у того шапки нет, а у этого да. А, ну потому что ему больно. Типа, да, видимо, да. Он не доминант, он не доминирующий, да? Что за голова? Дабл пенетрейшн. Дабл пенетрейшн. Дабл пенетрейшн.
Хорошо. Они в Chip and Dale не играли, они жили в этой игре, да? Да, нафига играть? Good. Ла-ла. Он де бар сейчас еще пойдет, да, я подозреваю? Твою мать. Ай, что за... О-ла-ла. О-шля-шля. Что? Шля-шля? Ты уже вспомнил все, что знал, да? Да, по-немецки в нем все звуки. Шнель. Шнеля. Хрена, что там? А где музыка пропала? Я не знаю, вот такая вот... Музыка ушла. Она не участвовала, вышла из чата, да. Интересно, а как вот, что за хаки там есть? Я видел хак. А хак я не взломал. Хак. Что за хак? Я видел хак. Смехи там и так далее. Чего? Что, у тебя нет таких? А есть много таких хаков. У меня Соник есть хаковский какой-то. Покажи нам все свои хаки. Запусти на Селероне, Crysis ремастер, вот там написали. Во, кстати. А его надо собрать, он разобранный, валяется в другом месте. Если я найду, конечно, я попробую. Да? Умирай, короче, на шарике возвращайся ко мне. А какой шарик, все? А, ты опять полетался, блядь. На шарике прыгай. О. Куда? Что за ерунда это что? Кролик. Жирняшка какая-то, да. Наверное. Ага, на окно положил. Кролик, жирняшка? Жирнявочка. Каратель. Это топ. Я вас съем. Что за говно в начале стрима было? Что ты за трэш был, блядь? Лучшие моменты Чикичана или что? Я вас съем. Что это было, мать вашу? Не знаю. Каратель. Нет, я вас съем. Нифига себе. Да-да-да. Кто-то меня съест. Чему это было? Это стрим же, да, комментарии, видимо, читали. А, все, так сказал бы. Я думал, что мы с ума сошли после Chip & Dale. Ну, естественно. Capcom. Естественно, конечно. А что со звуком? 4-й год, то есть 2 года, наверное, делали. Она могла просто в конце, видимо, они по кварталам считают, не так, как квартальные года считают. Поэтому она могла выйти в 93-м и как раз... Что это такое? Они по кварталам считают. В 93-м она могла выйти. Но не вышло, да? Потому что Chip & Dale затмился, да? Видимо. Easy way, детка. О, уже пошли англоязычные. Easy way. Ник Ярость. Давай ты будешь карателем. Давай я буду карателем, ладно. Надо здесь было не Chip & Dale, а каратель и Ник Фьюри. Карай меня, давай ты будешь здесь карателем, а там не надо. Хорошо было. Черна. Ой, чернуха, да? Что такое? Пицца. Пицца тайм. Как черепашка. На букву А. Чего я как из жопы звучу? Не знаю почему. Как мы так вообще стримили? Не знаю. Это по ножовщину. Пропиши ему. Уже пошел полный кринж, я смотрю. Вся боль. Все утробные звуки. Ты заметь, вот там, где я ржу и угораю люто, я тихий. Да, почему-то. Почему я тихий? Не знаю. Это, видимо, все-таки Chip & Dale. Chip & Dale не понравилось. На все вообще, да? Да, трансляция сохранится обязательно. Слушай, ты что им сделал там? Я ему дабл пенетрейшн. Куда ты пойдешь? У тебя продолжается, что ты ему сделал? Дабл пенетрейшн сделал. Спасибо. Мама. А, мы сейчас пистолет. Да. Вот так, сюда. И три чувачка прибежали, правильно? Все, уже повалили, сейчас волны. Да, вот, это что-то мне показалось, как будто у нас отстает немножко. Не, бери пистолет, бери. Я взял уже. А, отстает. Кольца. У нас отстает, да, отстает. У нас не отстает, потом да, отстает. Немножко эмулятор тупанул что-то. Это твой личный сорт слоупока. Чего? Ну чем они там поржали? Я твой личный сорт слоупока. Ой, бля, уже все, уже я твой личный сорт начинается. Взял, она лежит на полу. А я взял УЗИ, лично. Как ты взял УЗИ, если у меня оно валяется на полу? Стреляю сейчас. Чё, где звук там? Звук не завезли, видимо. Ладно, следующий. Звук вышел из чата, да? Капитан Америка. С Олегом. Заметь, я просто поржал. Капитан Америка! Вот за эту дичь мы вас и любим. Капитан Америка! Это за говно было вообще? Радио Олежка, спасибо большое за поддержку. Подожди еще разок, это было интересно. Громкость на максимум. Капитан Америка. С Олегом Брейном. И за одежение, конечно же. Конечно. Конечно же. Свободу сиськам. Да, да.
сиськам, здесь свобода сиськам. К чему это здесь было, блядь? К чему? Капитан Америка и свобода сиськам. Объясните мне. Ой, логика. Зачем? Я не где? Знаю, к чему это. Что за свобода сиськам-то? Да-да-да. А Columbia Pictures представляет. Самое невероятное. Капитан Америка и Мстители. The Avengers. Я тоже слышал. Ржака-ржака. Что со звуком? Я беру красный. Красный мокасин, да. Красный мокасин, я красный как пирог. Что ты несешь? Человек, ты что, болен, что ли? Какой пирог, блядь? Я даже мотанул. Я стал. Стоечку, да? Вот, ничего себе. Ничего себе, как ты это делаешь, чувак? Хорошо. Это зачем? А венгеры зашли прям нормально к нам. А где? А, я здесь. Я зеленого беру. Я беру красный. Красный мокасин, да. Иди сюда, стерва. Тебя. Узреешь жесть железного человека. Смотри, смотри, что он делает. Он тебя залепил, да? Актив Дуня Кулакова активейтед. Дуня Кулакова активейтед, да. Ай, ты хорошо. Нормально. Чё ты знаешь? Я ничего про него. Риф, которым он двигается, тут сложно. Да, и тебя опять завалили, да? Музыку нельзя потише, да, сделать? Не знаю, как это. Давай. Знаешь, если в этом ролике выключить видео, оставить только звук... Да, это будет жесть. Музыка и какие-то давай-давай, я красный мокасин, я пирог. Это ты же через X-Split стримил, между прочим. Или через китайщину, которая еще была, как не помню, как называлась она. Дикстори? Дикстори, да. Дикстори. О. О, летать можно, смотри. Thank you, Wonder Man. О. Эрундондон. Женя, уже все, что в голову лезло, эрундондон к чему-то здесь, непонятно к чему. Ну, правильно. Ну, потому что кататься же. Дикстори. Через что вы стримили? Через Дикстори. История члена, ну да, Дикстори. Это хорошо. Это Дик нормально. Story, да. Это прекрасно. Круто. Я мечом кидаюсь. Ой, этим щитом своим мечом говорю. Слушай, интересно. Все три кнопки отвечают за стрельбу. Тема трех кнопок раскрыта точно. Тихо, это взять можно? Да. Это, наверное, сделали, чтобы не запутаться, походу. Так, это игра напоминает мне Spice, по-моему, да, было? Spice. Эта игра напоминает не Spice. Осуждаю. Осуждаю. Нормально. Spice, блядь. Что за говно? Оп. Да, я тоже побегаю. Оп. Почилик ставим. Опа, чирик стайл. Да, было или такое. Чирик стайл. Чирик. А, чирик. Опа, чирик стайл. О, боже. Да. Грязные сучки будут наказаны. Выбриты, да, вымытые, маслом измазаны, я понял. По рукам связаны, да, мы знаем. Он что-то спит. Слушай, что он не прыгает? О, что-то дерьмо. Что-нибудь спеть, что можно спеть? О, надо что-то спеть, что можно спеть? Сейчас понеслась, песня будет. Наберег Катюша. К чему здесь, блядь? Информативная часть ролика закончилась, начинается развлечение, блядь. Интертеймент для всех пришел. Про Катюшу, причем. Маргарита, привет, добро пожаловать. Артур, привет. Зацени, как лежит Мститель. Да, там капец. Гандонил, короче. Да. Сейчас поедем. Ребята, все хорошо. А я опять застрелярствую. Центр за сотку сейчас пойдет, да? Да, за сотку там взвешь, да, полтос, но. Да, это я за стрелочника играю. Я за стрелочника играю! Ай-яй-яй! Васька, ну вы шутеечка, да, хорошая пошла? Да, Васька, на мой юмор попер. Прилетела булочка, давай ее за гандоном. Это Чип и Дейл, походу, давай. Как обычно.
Ты как тужишься, знаешь, такой эффект, как будто... Да, я не знаю, что... Давай, уже выходи, давай! Вот, вот, зачем так интересно? Я не знаю, круто было. Клешни! Мы поменялись ролями с тобой, Жень, да? Да, ты песни поешь. Тан-тан-та-тан-та-тан-тан. А, я же этот. И тоже там... Надо я вспомнил, за кого я играю на боссе, да? А, да. Нет, надо, когда он торпеды пускает, надо между торпедами. А, по-моему, давай, неважно, давай. Куда стрелять. Давай, я стреляю. Действительно, какая разница, куда стрелять? Ой, sorry. Ой, sorry. Что за это обнимашки были групповые? Хрена, что-то за дилдо пришел. Групповые обнимашечки. Что за дилдо пришел? Лизим ебоски. Лизим ебоски. Халасо, халасо. Я когда Слиппиндокс проходил, был водителем. Все халасо, дядя, понимаем. Лизим ебоски. Да-да-да. Китайса. Китайса нама. Китайса. А где? Китайс нама. Вась к нама. Вот, вот. Видишь, за рождение. 12-й год. Китайса нама. О, я думаю, это будет последний ролик на сегодня, да? Мы уже с тобой 2 часа сидим, между прочим. Ты хочешь, давай еще последний. Давай последний вот этот выберем. Играем в два грубых чувака, называется. О, это про нас, это про нас. Сейчас посмотрим, наверное, будет эпик. Я думал, два грубых чувака было там на Чип и Дейле, надо было назвать, да? Да, это надо было вообще конец назвать. Полный конец. Чей? Кого из чипов? Вообще всего. Конец Дейла. Да. Копировать, вставить. Копировать, вставить. И смех. Копировать, вставить. Дело, короче, да. Это люди, так, которые давай, смеялись на копипасте. Копировать, вставить. Легкий путь только. Ну. А, все, что ли? А, вот изи есть. Ура! Сюда, да. И обрадовался легкому уровню сложности. Изи есть! Ура! Классно! 3 кнопки еще надо спросить, да? Сейчас подожди, будет, видимо. 2, 3. Все, что ли, 3 только? Ладно, расстроился человек. Все, что ли, 3 только континуса? To be. Start. Так, давай. До свидания, да? Пойдем, детка. Давай, до свидания. За голубеньком комбинезончике. Штанишки. 10 часов 2. Я тебя могу бить? О, нет. У дотеров нет девушек, да как же. У дотеров нет девушек, да как же так? Извините, дотеры, мы были глупые, не знали, мы да, были неправы. Мы были дурачками, видимо. Плюс чат, если тут дотеры. Ой, тогда еще извините. Кто бы знал, да. Да, да, да. Как же так туда? Оп, оп. Давай, давай, двигай. Бей его, бей. Кто? Слева, справа, давай. Ай, что за лаги-то опять? Че так это, знаешь, что за лаги-то опять? Вот так с таким этим. Что за лаги-то опять? Что это было? Что такое? Тут видно, где мы задорные, а где мы да, уже такие где подхари. Унылые уже. Да, если унылые, да. Буферище. Так. Ломайся. Да, уже такой. Так. Ломай ее полностью. Сломал ее полностью. Да. Мне кажется, мы тут не веселые, мы тут какие-то... Это не тот ролик. Унылые. Этим роликом нельзя заканчивать. Да, я, да. Надо его вымыть. Чем-то другим посмеяться. Сейчас полистаю. Давай, иди. Во-первых, не слышно нормально. Да, звук какой-то плохой. Рейн и Стимпи вот на 40 минут. Рейн и Стимпи. Йо. С Олегом Брейном. Да-да-да. Да-да-да. Это же с интонацией. Да-да. Слушай, здесь тоже плохо слышно. Попробуй так взлететь на этот, на платформу-то. О, да? Мне нравится. Совсем не парится. Чего я там орнул? Чем я так орнул, я не понял. Сучка, давай. Вот это хороший ролик, чувствую. Это да. Ты будешь визжать. О, пацаны, я на следующий подоел, да? О, продолжение. Обзоры. Мы требуем новых видео, блядь. Мы эволюционировали с тобой в Рен и Стимпи, да, нормально. Из Чипа и Дейла. Иди в Варзеточку снимай, дядя Женя. Да. Иди в Варзеточку снимай, дядя Женя. Дядя Женя, снимай Варзеточку. Варзеточку. О, петух вылез. У кого? Маваши вылез. У кого петух вылез? Маваши вылез. Сколько осуждений в этих роликах, да, это вообще просто. Кто у дотеров нет девушек, кто маваши вылез. Классно? Класс. Истеричка, глаз. Глаз истеричка, блин. Глаз истеричка. Давай.
Горностай. Горностай, да. Горностай. Горностай. О, здесь надо на тебе взлететь, походу. Давай, Женя, взлети на мне. Потом мы с ним пойдем. Надо взлететь на тебе, это хорошо. Давай. Мамаши ходит. О, а что? Слушай, я у тебя нос оторвал. Мамаши ходит сверху. Ой, топовый кадр, смотри. Да, о. Язык высунул этот. Мухобойка. Каким-то образом. Ой, блядь, я прописал, блядь. В щи прописал. Мы поднимемся дальше здесь? Должны. Да, 40 минут играли. Я не занимаюсь озвучением сериала. Да. Мы с дядей Женей... Я не занимаюсь озвучением сериала. Только по Сеге, да? Да, да, Сеге. Мы с дядей Женей только по Сеге. Да. Мы только по Сеге. КП меня полностью. О, ничего себе, как это так? Слушай, давай. Так, сейчас подойду. Кавабунга. Кавабунга, блин, ну-ка, подожди, поскакали. Набор всего. Сейчас только петь надо. Да, надо песню еще. Вот, давай. Да нет, я возвращаюсь все равно. Ай, давай, давай. Повесил. Набежало немного. Так, сейчас момент. О, что тебя убивает? Что тебя убил? Меня взять, наверное, туда перелетели. Где супер? 40 минут мы в это играли. Ты меня схватить должен, я же не могу так прыгать. Ой, подожди, сейчас. Ну что ты меня бросаешь? Так. Дай мне скайп, это было не здесь, по-моему, да? Твой скайп это где-то в другом было. Да? Дай мне скайп был в Ace of Spades. Скайп твой на экране? Я скайп запылил, да? Где, покажи. Не знаю, там не было, это как-то странно, что картинка есть, а скайпа нет. Черт. Да-да-да. Хреново. Хреново. Поржали, главное, хреново. В конце как, да-да-да-да. Да, это классно. Да-да-да, это жестокое парево, конечно. Палево или порево, я не понял. Сложно слышно, да. А это цель вперед, что ли? Давай я сейчас вниз попробую. Нет. Только не так. А мы его оглушили, пойдем. Оно доставило, ты понимаешь? Маргарита пишет палево. Ничего себе, слушай, можно когда падаешь, короче. Ой, да. Ты видел? Отлично. Слушай, проходили ведь, а? Сейчас подлетим. Сейчас поедем, да? Одите шутки из ролика в ролик. Дай мне скайп, Gangnam Style, сейчас поедем. Да-да-да, еда. Бревно. Это наверх, быстрее. Подними меня. А ты не можешь, что ли, так высоко прыгнуть? Давай еще разок. Согласно. Почта. Нет, все. Было похоже. Да, просто повторяй. Рон-дон-дон. В каждом ролике рон-дон-дон. Да, если есть колеса, то и рон-дон-дон всегда. Можно. Куда ехать? Блин, слушай, тяжело. Перейдем. А здесь, наверное, так. Тогда сейчас я тоже попробую. Что это? Что за кринжа вообще? Джой! Цепи меня пугают немножко. Ой. Цепи меня не пугают. Я не рассчитал. Чё пугает? Цепи. Ой, тихо. А, цепи пугают. Надо 10 раз еще переспросить, что тебя пугает? Цепи тебя пугают. Ладно. Так, упадет? Давай. Я думаю, с видео все. Ну да, тут уже все, наверное. Да. Оседлать меня. А я случайно кнопку нажал просто. Надо было оседлать меня. Классно. Замечательно. Не знаю, прекрасная игра. Лес. В Африке. А как мы попрощаемся? Вот здесь вот ролик. Пойдем вниз. Подожди, сейчас. Да, я тоже тогда паузу поставлю, передохнем. У меня пальцы устали. Прям такой, я даже в Арзат, когда играю, так не напрягаюсь. Это Сега. Это Сега, да. Фу, устал. Это Сега. Слушай, реально И кончился ролик. Подожди, а сколько там их осталось-то хоть? Какие вообще названия? Раз, два, три. Три ролика осталось. Jurassic Park и Battletoads. Battletoads. Да. Джурасики по 5 минут, Battletoads 22. Кому Джурасиков по 5 минут? Да, кому еще Джурасиков? Джурасиков на 5 минут. Если уж на то пошло, да?
кому ищет Джурасиков по 5 минут. Можно их пролистать, в принципе, быстро, поскольку 3 ролика осталось, какой смысл потом их там откладывать куда-то? Ну, в принципе, давай, хочешь, Джурасик давай. Запустим, да, время есть, чего бы нет. У нас парк юрского периода 2. Да. Вместе с дядей... Опять, да? Жени, мы играем, у нас вечерняя сега от 8-12-12. Вот, как сводки прочитал такие, да. Так, сегодня зачитываем приговор от 8-12-12. Да, вот так вот. Если кто пропустит эфир, тот может всегда посмотреть. Ссылка, кстати, на канал... Зачем мы друг друга слова повторяли? Вот я сказал эту фразу, ты говоришь «да», и потом, и либо из фразы повторяется еще раз. Для кого? Смотри, к Траволте вертолет летит. Давай еще разок. Послушай, я не понимаю этого кринжевого юмора, понимаешь? Я тоже не понимаю. Ну-ка еще раз. У нас парк юрского периода 2. Да. Вместе с дядей Женей мы играем, у нас вечерняя сега от 8-12-12. Да. Если кто пропустит эфир, тот может всегда посмотреть. Да, сможет посмотреть, да. Ссылка, кстати, на канал Жени, дяди Жени у нас под описанием в этом видео. На канал Жени, дяди Жени. На канал Жени, дяди Жени. Привет, я Женя, меня зовут Женя, да? Да. Спасибо, да. Поблагодарю. Спасибо, да. Люди просят лягушек, BattleTots. Сейчас сделаем. Дяди Женя у нас под описанием в этом видео. Вот спасибо, вот спасибо, да. Да-да-да. А фан-группа Блина там же. Все там, все. Самоублажение какое-то начинается, знаешь? Тут спрашивают, Брин, у тебя только пися? Что за шляпа, бля? Что за говно? Что люди это? Ушли, а тут по писю спрашивают. Какую да. писю? Жаль, у тебя только писю. Ну как что? Ну компьютер имелся. Ну да, все да, поняли, да, да. Чего вы смеетесь-то? Так, там? Two players. Смейтесь. Two players, да. Ой. Я помню, на первую Соньку был парк. А, кстати, вот эти разработчики, которые сделали The Walking Dead, они же делали юрский парк. А-а-а. Там что-то у них не пошло по проекту. Так, о, ты можешь ходить? У них что-то не пошло. И столько времени прошло. У них все не шло и не шло. Шло. О. Магёш. Так, в ящиках Патрики. Смотри, смотри, внимательно. Патрики в ящиках. Патрики? Торсен. Мне нужны Патрики. Где больше Патриков? Ай, стреляй. Хуячего. Оружие меняется на букву А. Молчал, молчал, выдал. Но букву Б стреляет, а буква А меняется, да. Оп. И дротики. Ага. Хорошо, побежали куда? А куда бежать-то? Я тоже дробаш выберу. Дробоган, детка. Дроботон, еще Мегатрон, сука. Так, стрелочка нам пока. Это я сейчас тебя спародировал, нет, что ли? Нет, ты говоришь Мегатрон, и я... Да, а потом я такой... Вот, вот это непонятно, ну-ка. Я тоже не понял. Работать еще Мегатрон, сука. Так, стрелочка нам показывает туда. Идите туда. Смотри, ой, внимание, ай, бочки, у тебя жизнь тратится, смотри, у тебя жизни мало уже осталось. Синенькая полосочка под оружием, да. Черт. Так что аккуратненько. Такое впечатление, что это с тебя записано. Ты чётко бачишь, а я как из жопы. Может быть. Может, ты меня просила скидывать тебе кусочки, я не помню, честно говоря. Угу, скорее всего, да. О, так, вот мы вдвоем стоим, смотри. Ага. Давай. Что такое, Джурасик? Давай обрезание. О! Что за говно, блядь? Какое обрезание? Что? Давай обрезание? Не знаю, сейчас... Я такое выдал? Да, мотанул, сейчас послушаем. Блядь, это не может быть. Давай. Что такое, Джурасик? Давай обрезание. В смысле? Подожди, ты кто? Я понял, ты кто такой, Джурасик? Давай обрезание. А, как давай до свидания, только Джурасик Парк обрезание, ну да. Какой юмор, кринжовый. Чё, почё? А Женя быдло ставил, включил, да, разбавить решил. Слышь, чё, почё? Тафай, та свитанья. Тафай. Что такое, Джурасик? Давай обрезание. О, тачка, тачка, тачка. Мы с первого раза поняли, Олег. Можно два раза было не говорить одно и то же. Экзибель, где? Садись, давай ко мне. С нажимай, С, садись, С. С, детка, С. Это что было? Это что было вообще? Для чего это было, да? Я не знаю. А что дальше? Буфер, буфер, буфер. Куда поехал? А ты же едешь, не я. А, да, кстати.
Ты мне кричишь: Олег, садись, поехали. Потом, куда ты едешь, Олег? Ты мне говоришь, ты жесть. А, ну да. А ты стреляешь, да? Вообще ништяков. А что ты вышел? А это я вышел. Стой, подожди. Да что ты вышел? Это я вышел. Да что такое-то, ну? Я ты за руль? Как выйти теперь из нее? Я ты управляешь за руль. Я ты за руль, а как из нее выйти, да? Да, походу. А нет. Мы в это 5 минут играли? Ага. Классно. Ни хрена. Джунгли бандали. Все 5 минут. Да, нужно лэптоп включить. Лэптоп. Лэптоп. Я включил твой лэптоп. Я включил лэптоп. 4 раза. За 10 секунд. Лэптоп, лэптоп. Я включил твой... 4 слова ты повторили одинаковых за минуту. Зачем? Почему? Не знаю. Почему постоянно детка? Да кто ж его знает, вот. У меня канал так раньше назывался. Как? Да детка, да детка, это Брейн. А, да детка, это Брейн, да. У меня так и назывался, да, был дело. Да, вот сюда. Потом в гостях у Брейна был. А, да, кстати. Женек и Олег, привет вам и хорошего вечера. Сергей Грымши, спасибо тебе тоже. Хорошего вечера, хорошего просмотра. Да. Да, Серег, здорово. Все, поехали. Окейушки. Окаюшки, это что же понятно? Окейушки, ну да, вот. Так. Отлично. Салисаю, брат, ну. Чего? Салисаю, брат, ну. Салисай? Запрыгивай, бро. Да, запрыгивай. Что за дичь? Давай сделаем это. Запрыгивай, детка, мы давай сделаем это. Так, где? Куда? Не понимаю этой игры. Куда ехать надо? А вон направо можно. Я не понимаю этой игры. Куда ехать надо, блин? Навигатор включи, может, поймем, куда ехать-то надо, а? Черня. Мы еще в это играли? В другую часть? Другая часть. Все, указатель. Нифига тебя откинуло. Снес указатель, я бил. Лягушки в конце, как сок самый, да? Да. Побежали, побежали. Так, куда бежать? Сюда бежать, вниз. Побежали, побежали, куда бежать? Сюда бежать, так вниз. Как так-то? Ой, ма. Мы бежим, бежим, бежим. Во. Заходят люди и пишут, где ВРЗ? Я не понимаю, неужели непонятно? Там же написано, да. О, падрики, падрики. А ты тоже можешь, кстати, ямочку? Такая предъява. Люди заходят, сразу, где же ВРЗ? Неужели непонятно? Там же написано. Взять. Ты говорил, что стыда не будет. Да? Ну, есть, да, оказывается, момент, да. А, за который немножко стыдновато. И ты возьмешь эмочку. Вот, у тебя 20 патронов, полная обойма, то есть тебе сейчас тоже не получится взять. Так, это лаборатория, нет? Вроде как палатка. Это лаборатория, блядь, палатка, сука, натянута. Это лаборатория, нет, блядь, Empire State Building. Ой, боже, какой же кринжовый человек. Это лаборатория, ёпта. Здравствуйте, это лаборатория. Какая-то палатка дешманская дерево. Это лаборатория, нет, блядь. Вот именно, что лаборатория. А почему там это вообще пошло? О, чёрт, меня дерево. Так, это лаборатория, нет? Вроде как палатка. Это палаточка. Уединимся? Уединимся? Женя, алло! Осуждаю, осуждаю. Откат, откат. Ой, блядь. Моя. Ой, палаточка. Да-да-да. И песни про палаточку. Ну что, идем? Нифига не с брейнишом. Брейнишом. Идем мы с брейнишом. Брейнушоночек, да. Брейнушоночек. Бери-бери, я ящик раздолблю. Отлично. Так, куда дальше? Нифига себе. Трэш. Он не успел с нами даже поздороваться, мы его уложили. Ой, бочка. Так, опять какой-то флажочек. Это чекпоинт, я понял. Это чекпоинт еще. Слава богу. Так, что я хоть у кого-то понимание в этой игре, да? Не ставил значение, да, все равно вот такая ерунда происходит. По-моему, не важно, сколько ставить, наверное. Хотя можно будет побольше поставить. В решето, изрешети. Надо попробовать поставить, не важно, сколько ставить, ты просто поставь. Надо потом все равно попробовать поставить. Самое главное. Итак, на прохождение, да? Да, забавно. О, короче, даже не понял, что произошло. А что за ремонт? Слушай, это, по-моему, для машины было. В другом месте теперь нам другая биси теперь. Так, это что?
Ой. Посмотри. Если не знаешь, что, просто постреляй в это, да? Нет, нет, ничего не... Он у него сверху, видишь, жизнь есть? И оба встали и стреляют. Красный, но он не меняет. Может, вот эти надо? Да нет. Я думал, ты это все проходил, эксперт. Да, некоторые игры, как уж я мог проходить? Есть тут в обоих. Остужай, он остужает. Вот уже остужать начали. Давай, динозавр! Мне нравится. Ой, слушай, он что, плюется? Зачем? Я не понимаю. Как, почему это было, я понять не могу. Почему я так делал? Давай! Вот зачем так делать надо было? Не знаю, ну ты как бы эмоцию показывал. Ну, видимо, да, но опять же как-то скромные эмоции, не раскрылся до конца. Потужек ОСГ получается. Да, вот, такой, маленький, да? Потужечек. Да-да-да. Еще да. Меня завалили, еще плюс. Смотри, нам показывают, куда идти. Что-то у тебя все время постоянно, да-да, да-да-да. В пещеру на спасение нам надо идти, кого-то спасать. Ну, пойдем. Let's go. Let's go, детка. О, патрик. Ну, с палаткой, Жень, это вообще кринжа. Уединимся? Это, ну, это да, капец. Дважды спросил бы. Я типа, да. Я не расслышал, сделал вид, что я не понял, да? А, да. Это великан сидит там. В горе. Чего? Камшотит нас в горе. Камшотит. Это великан сидит. Нас гора. Камшотит нас гора. Нет, ты сказал, что там сидит великан в горе. Что? Сейчас еще раз. Ой, блин. Сейчас еще раз. Ботинки, боль, да, по-моему. Макосины делать. Вау! Камшотит нас в горе. Камшотит. Это великан сидит там. В горе. О, Саша Грей, да-да-да. О, Саша Грей, да. Вот что это? Саша Грей уже пошла? Да. Ни хрена. А что это такое? Это что-то, что-то. На гранаты. А что это? Это что-то, что-то. Да ёк! Макарёк. А вот аптеку, походу, надо стрелять. Угу. Патроны можно не стрелять, а аптечку надо. Слушай, забавная игра. Кстати. Патроны можно не стрелять, а аптечку надо. Ну, хороший. Ударь. Хорошие игры советуют. Да, я вот благодаря подписчикам и зрителям. Это песок, это не камшот. Смотри, так прикольно кататься. Ты что-то хотел сказать, потом вспомнил, увидел про камшот в виде гейзера. Но я не понял юмора. Не договорил, да. Договори сейчас, Жень, скажи, что ты хотел сказать. А что, подожди, а что я говорю сейчас еще разок? Да, я вот благодаря подписчикам и зрителям. Это песок, это не камшот. Смотри. Благодаря подписчикам и зрителям я песок, это не камшот. Что? Откат. Что ты имел в виду? Ой. Что это было вообще? Не знаю. Может, так, договорю? Подожди, может, договорю еще? Кататься на нем. Убивается, да. Что-то я увлекся. А ответ? Да все, все, он уже падает. Лава. Гиена огненная. Что, бежали, видел? Да. Так аккуратно. А что смех-то почему? Не знаю. И у меня же... А, у тебя тоже жизнь. Тенгу и кэш. О. Да? Так, да-да-да. А, вон еще аптечечка. Ай, аптечка! Углегору не пойдем. Что? Ты в туалет хотел или что? Откуда я знаю, я не помню. Лег, аптечка! Возьми, я сейчас приду! Действительно. Хорошо. Тут можно? Вот тут можно. Вот здесь, да, аптечку нам здесь дадут, наверное. Ага. Не банан. Тут-то было. А, камушки можно ломать, их смотри. Вот мы нубы с тобой. Лови гранату. Да ладно. Вот так. Да ладно. Не поверил. Такой скептик, да ладно. Что нажать? Так, ты на старт нажал. Нет ли жилетки в этой палатке? Ой, меня нет, слушай, меня все, я труп. Тебя убило, да? Да, я трупацкий, ага. Ты что, я один буду бегать? Все. Mission fail. Давай другой тогда. Да, давай другой тогда. Надо было мне в конце давать. Что это за говно? Давай другой еще. Да, да. Battle Tots и Double Dragon с Олегом Брейном. И дядя Жень. Жилетка в палатке, это хорошо. Попытка. Жилетка в палатке. Ну, рассказывай про жилетку. Да, да, там не было палатки, надеюсь? Нет, палатки там не было. Слава богу. Так. Так, идет вроде бы, да? Да. О, здесь со звуком получше. О, наконец-то мы послушаем. Хорошо. Этот стрим не будет долгим. Этот стрим не будет долгим, ребят. Это такая кринта, она не будет долгим. Жень, долго стрим идет. Наверное, мы пройдем. Нет, не дай бог тебе. То есть так, да? Что? Что я сказал? Чё? Запись идет. Хорошо.
Хорошо. Этот стрим не будет долгим. Блять, я же не шепелявил никогда в жизни. Что за говно? Просто даванул как-то этот стрим, но быстро проговорил, да. Я просто иногда вскрываю тебя. Немножко, да, мало ли. Тебя спрашивали, Жень, долго стрим идет? А, долго стрим идет. Тебе прочитал. А, так, ну, я не знаю. Я в ВКонтакте написал время, когда стрим начинается. Можете отсчитать, посмотреть, сколько он уже идет. Он уже идет где-то полчаса. Ставьте плюс, что считать умеет. Нет, какой полчаса? 45 минут. 45 минут где-то примерно, да, идет. Даже меньше, 40 минут, наверное. Ну что, поехали? Погнали. Так, за чувачков. Я понял. Сейчас будет откат. Осуждение Диморгана и откат сейчас будет. Они смеются, еще не знают с чего, да? Да. Гиф играть не будем, я думаю, будем играть за лягушек. Я за гиф играть не буду. Да, они как-то слишком так... Осуждаю. Откат, Вич. Такие, знаешь, смазливые слишком, да? Ты будешь Рашем, наверное. Да, давай. Раш и Пимпл. Очень аж. Пимпл. Такой звук. Battletoads. Вот это вещь. О, да, я скучал. Вот это жесть. В это я могу... Я скучал. Я первый раз сыграю, я скучал. Подожди, сейчас что дальше скажешь еще? На тебе кусок дерьма. Почему я цвета детской неожиданности? Вот это меня пугает очень. Меня пугает Сифак. Давай, забери. One up. Кто меня пугает? Сифак? Что я там споразнул, блядь? Какой Сифак? Что меня пугает? Еще раз. О, Жень, это донат точно было. Вот это вещь. О, да, я скучал. Это жесть. В это я могу играть вечно. В это я могу играть вечно. Никто за язык не тянул. На тебе кусок дерьма. Почему я цвета детской неожиданности? Вот это меня пугает очень. Меня пугает Сифак. Давай, забери. Сифак. Ты его Сифак, блин. Бьяч. Бьяч. Точно, Бьячка была. Ник такой был, Бьячка еще. Твич вышел из чата. Да, Твич все, ушел. Откат не заработал. У нас Friendly Fire стоит, я поставил. Я поставил. Смотри, видишь, мы не можем друг друга бить. Это няшно. Это няшно, мы не можем бить друг друга. К чему это? Как это? Я не знаю. Я тоже так хочу. Чип и Дейл. Привет. Будет ли еще раз с Дашей? Я помню, вы несколько раз играли с ней. Было весело. На кушак. Спасибо большое. Спрашивает, будет ли раст с Дашей. Было весело. Вы играли. Ой, я не знаю. Ой, это надо спрашивать Дашу уже. Это вот к Даше обращайтесь скорее, наверное. По идее. Я не скажу ничего. Ага. К вам спешат. Мне кажется, я обожаю... Ядрить. Мне кажется, я что, обожрался, обосрался? Что я там сказал на этот раз? Сейчас узнаем. А у нас Friendly Fire стоит, я поставил. Я поставил. Смотри, видишь, мы не можем друг друга бить, это няшно. Под чирик ставил. Опа-па, а как он так летает? Я тоже так хочу. Чип и Дейл. К вам спешат. Мне кажется, я люблю эти углы. Эти углы такие няшные на этой... Да, кстати. Посмотри, какая задняя у лягушки. Ох ты. Посмотри, какая задница, я люблю эти углы. Это к чему вообще? Ну, какие углы я там люблю? Так это у тебя спросить надо. Какая задница? А, так это я жопы вешу к нам. Ну всё, да, я вот понял. Да. Ты накачанная, детка. Ой, блин. Хватит, палатка, Чип и Дейл, каратель онлайн. Какая жопа накачанная, меня это пугает, понимаешь? Так это надо было говорить в 2012 году, а не сейчас. А сейчас уже типа привычка, да? Уже нормально, свыкся. Уже нормально. Я любить ваши задница. Ой, бля, это хорошо, мне нравится. Серия зачетная. Давай вырежи, я на донатах себе, когда стримить буду. Ладно. Мне будут донаты приходить. Я любить ваша задница. Хорошо, я тебе вырежу потом. Ай, бля, какой кринж-то. Ой, хорошо. Ой, как упор это-то, а. Я настоящий француз. Оля, почему француз? Французы, не обижайтесь, я не знаю, что на меня нашло.
Серьезно. Мне стыдно уже перед дотерами, перед французами, перед твичом. Все, стыд перед полным. Всеми, по-моему, да? Уже перед собой стыдно уже. Ганс-француз. Так, тихо. Картавый ганс-француз, ой. Чего? Женя подключился в чат, походу, да, картавый. Присоединился к дискуссии, да. Ой, блин. Посмотри, какая задняя у лягушки. Ох ты, накачанный. Не, не, не мотай, нафиг ты опять это мотнул. Мне стыдно уже первый раз стало. Любить ваши задницы. Ганс, Ганс, да? Я самый настоящий француз. О-ля-ля. Ганс-француз, ганс-француз. Чего это, блядь? Картавый ганс-француз. Чего это? Какие задницы? О чем ты? Картавый ганс-француз. Извините, ганцы, извините, французы. Женя, откат. Это стыдоба, понимаешь? Стыдоба, ёпта! Че за говно вообще? Че мы упарывались? Мы реально что-то употребляли? Да не, ну как? Я приезжал с работы, мы с тобой списывались, созванивались. Приезжал не только, да, с работы, и весело сидели мы с тобой, видимо, да? Капец же это. Ну это мы до 5 утра, до 3 ночи. Накрывали поляну, и все, и пошла жара, блин. Оля Иса пишет, Олежек, привет вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Ого, смотри, как мы синхронно, да, прописали? Ёбать, да. Да. Я очень любить... О, смотри, земля, земля, там земля. Подожди, там опять началось про любение, подожди. Что ты опять любишь, что? Мотни, чуть-чуть мотни. Чуть-чуть, назад, да. Чуть-чуть, да. Крапунцель маленький. Прописали. Ёбать, да. Да. Я очень любить... О, смотри, земля, земля, там земля. Спасибо, Жень, ты перебил эту феноменальную фразу про любение. Я очень люблю прописывать любение. Туда, куда надо, да. Опять, да, ёбычи, наверное. Ага. Землю. Хорёщий надо взять. Ой. Что за прыжок? А, это временное Ганс. Бессмертие. Боже, Ганс, что же ты делаешь, Ганс? Ганс, ты мерцаешь, Ганс. Ганс, я не понимаю, что вы делаете. Ганс, вы мерцаете. Танцуй, ебемыч. Пещера коня, спасибо большое за поддержку. Пещера коня? Да, пещера коня. Ой, как хорошо, танцуй, ебеныч, пока молодой, да? Просто. Как ставить, это очень ужасно, да? Кис-кис сиди, месье? Ой, блин. Мерк. Жень, это надо было скрыть нахер этот ролик, удалить со всех этих. Со всех платформ. Смотри на жопы, посмотри, Ганс, какой у меня хороший день. Мне же, понимаешь, мне сейчас жалко мисс Крофт. Она, по-моему, говорила, что типа как бы, ну, Олег, тебе же не стыдно, да, за то, что там их нет в начале стрима. Да, я помню, да. Я еще пример, с чем я привел, с записью детей, когда они рождаются, да, туда-сюда. Блять, ну Ганс этого точно не ожидал. Это просто боль. Я вообще не помнил просто... таких моментов, на самом деле. Я тоже этого не помню. Жень, дальше, я надеюсь, не будет хуже. Вот не знаю, это интересно. Это ой, интрига. Афрады френдс, афрадчиш. Ланфрен, ланфра, блядь, еще спел бы, а? Хорошо. Полежопи отличается от моего правого полежопи? Отличается. Левая полужопия отличается от правого? Да, от правожопия. Ой, божечки мои, все. Все продолжаешь про жопы накачанные, да? Извини, про палатки мы шутили в Южном... Ой, не, в этом, в парке. Как в Южном парке, в Юрасике, в Джурасике. В Южном парке так не шутили, как здесь шутим. Ой, да. Отличается. Это уже какой-то не французский, это финский уже какой-то акцент. Посмотри, как он бьет меня, этот кусок дерьма. Кусок космонавта. Хорошо. Надо было Battletoads начать и на нем закончить. Да кто ж знал-то? Ой. Хорошо. А ты проклятый швайн, иди ко мне. Это уже немцы. Что-то все перебрал. Поливаться уже кто? Deutsche Soldaten unter Offizieren. Главное, что Ганс, вы все-таки упороты. Ганс еще. Ганс. Ганс. У вас очень большие проблемы, Ганс. Ганс, Ганс, Ганс. Дай бог ты про задницу. Боже, Ганс, мать твою. Я удалю тебя, блядь. Я тебя удалю, слышишь, лягушка цвета говна, блядь. Не дай бог, блядь, 3 раза шутили уже, 3 раза стыдно, блядь, нельзя 4 раза шутить про жопы, блядь, нельзя. Должно быть какое-то ограничение. Шути про что-то другое, да, ограничитель жоп надо было поставить, да? Лекси С. Огромнейшее спасибо за смайлик. Peer character holding his belly laughing out loud. Короче, ой, как это называется-то? Peer, это персик у нас, да? Нет, не персик. Что у нас? PR. Ну, наверное, это груша. Это груша, да, груша, которая держит себя за пузик и смеется. Спасибо большое за поддержку.
Главное, что нет Ганса, держащего за задницу. Смотри, как синхронненько. Эти чертовы люди хотят навалять нам, ты понимаешь, да? Лякушки, мы лякушки. Они поняли, что конец света — это была мулька, Ганс. Да. Мулька. Ай, как же это жестко, блядь. Черт. Ой, блин. Ой, блин. Затик, давай запустим этот корабль на землю, пусть он покажет ей. Действительно, пусть он покажет. Пусть он покажет жару. Пусть покажет и накажет. Ай, блин, только не падай за пределы. Добери ты этот PlayStation, ё-моё. Возьми этот PlayStation. Да, я тебе его дарю. Чё за... О, тебя завалили. Оказывается. Давай, бей его. Давай. Антонио. Все. Есть такое дело. Так, сейчас появится рука. Оп. На. Сейчас скажу, она схватила за жопу, наверное, да, как обычно? Ну, не знаю, пока не, вроде не предвещает ничего. Оп. На. Рука нашла себя. Все, кругляшочки. Рука нашла себя. Как это, блядь? Рука нашла себя. Я чуть не понял. Я не в апочках. Смысл? Рука нашла себя. Как это? К чему вообще получается? Не знаю, я не знаю. Ой, блин. Анастасия Овчаренко, привет, добро пожаловать. Добро пожаловать. Слушай, это балдежная игра все-таки, а? Вот это бомба. Балдежная игра. Балдежная игра. Олежа. Женя, привет, угораю вместе с вами. Помните времена АС, ха-ха-ха-ха. Спасибо за стрим. Полина Огромнейшая, спасибо за поддержку, хорошего стрима. Смотри, там под стол не укатись. Это дальше боль, я представляю, что... Вот это да. Это просто как бьяч. Ой, следующие жизни твои, слушай, друг мой. У меня потому что... Следующие жизни твои, слушай, друг мой. Ты говоришь практически как мастер Йода. Да. Следующие жизни твои. Друг мой. Друг мой, слушай, да? 4 сердечка есть, у тебя всего 2 сердечка. Так что будем тебе теперь жизни. Как? 4 у тебя есть сердечко, у тебя всего 2 сердечка. Паузу не нажимаете или что у вас там? Это буфер опять, да. Это связано с эмулятором, явно не с компом и не с интернетом. Угу. Это я уже понял. Так, давай, следующие жизни обязательно твои, потому что у меня 4... Ай, сердечко. Ла-ла, как же... Подожди, сейчас крыш пойдет. Надо такую надпись, знаешь, attention. Viewer discretion за 2, да? Слушай, а хочешь прикол? В современных Мерседесах вот такие же дефлекторы, как на корабле вот этом, круглый, круглый, кстати, да, стали ставить, ага. Странно. Это так, просто ремарк. Ну, просто, да, отошли. Ну, сейчас опять какая-то сейчас уля-ля, да? На тебе подлая рука, хорошая рука. Кстати, есть... Подлая рука, хорошая рука. Я запомню, блядь. Подлая рука, хорошая рука. Да, интересно. О, как больно. Шесть. Ой, ты наберешь 18 тысяч. Ой, фу, 18 тысяч. 50 тысяч очков тебе дадут жизнь, кстати. Так что набирай очки. Круто. Давай. Это хорошо, Ганс. Давай, я тебе даю возможность до 20 тысяч. Эта информация была очень полезна для меня. Давайте ее будем. Я был рад стараться. Сейчас будет Абоба. Кого? Что? А, нет. Что я сказал? Кого мы там должны? Рад стараться, че ли? Ой, нет, мы это хорошо, давайте ёбнем, я там что-то сказал дальше. Сейчас. Так что набирай очки. Да. Это хорошо, Ганс. Давай, я тебе даю возможность, у тебя 20 тысяч, давай. Информация была очень полезна для меня. Давайте ёбнем. Я был рад стараться. Сейчас будет Абоба. Абоба? Абоба. Абоба. Так, Донателло. А еще, таки, дядька обещал Кагеру, Shadow Corridor. Вайс, спасибо за поддержку. Я помню про Shadow Corridor. Поиграем обязательно на стриме. Хоррор ты этот. Обязательно. Спасибо большое. А, нет. Боба. А, рука еще одна была. Бум-бум-бум. Бум-бум-бум. Песни это с самого начала. Это даже... Не получилось, Ганс? Но я сделал. Кажется, я сдаю. Чего? Что? О, Фридрих, я это сделал. Фридрих? Я уже Фридрих? Это я был Гансом, теперь я Фридрих. Классно. Хорошо. Фридрих. Могу понять, как вы это делаете. Да, вот так, подбегаешь и... Да, о, все да, правильно. Да. Ура. Дастич гуд. Так. Дастич гуд. Ага, дастич гуд. Нормально. Пришел Ганс, к нам, это давай, давай, давай. Пропиши ему в ёбач, Ганс. Давай, давай. Сделай дело. Так. Прям прописываю. Пока. Ой, у тебя вообще сердечко одно осталось, друг мой.
Это нам очень печально. Это очень печально, нам надо хотя бы Бобу завалить, а Бобу, то есть Бобу, говорю. Давай! Мне кажется, вообще его не бью. А нет, бью. Бьешь. А Боба, ты должен умереть, потому что у меня... О, все, мы его выкинули. Что? Что я сказал? У меня должен умереть, потому что у меня очень сильная рука. А, я думал, там другой будет. Фридрих. Фридрих. Ой, хорошо. Ой, прекрасно. Ганс Фридрих. Замечательно. Отлично. У меня 50 тысяч очков уже, елки-палки. Лягушечный. Лягушечный марш, хули. А он реально Боба. Я думал, ты просто рофлил. Лягушечный марш? Фридрих Брейн, это хорошо. А звучит, да, Фридрих Брейн? Фридрих Брейн прикольно, ну. Петух какой-то вылез, какой-то петух и сказал, что у нас большой... Ай, тихо-тихо. У меня все равно отбусит. Ой, блин. А, возьми... А, нет, это нам не надо пока. Икру метнул, что это было? Это Фридрих Брейн. Я запомню. Меня бьют эти гребаные ублюдки. Панки, да? Панки. А, панки, давай, простите нас. Панки, сорян. Мы не панки. Знали, что несли, извините. Откат. Откат. 50 тысяч, чтобы тебе дали жизнь. По-моему, при 50 тысячах очков дают жизнь. Если я не ошибаюсь. Но почему-то я так подумал. Давай, так, забивай. 29 уже. Я не ошибаюсь, забивай, я так подумал. Я... Ну, ладно. Ладно, хорошо. Забивай его полдость, ёп. Что здесь? Там? 55 тысяч очков. Бери, вот там должна быть жизнь, Ганс. Поднимайся. Собирай. Почему не поднимайся? Потому что ты коричневый. Подожди, поднимайся, не поднимайся, потому что ты коричневый? Это что за расовое вот это вот подобрёк? Откат осуждаю. Ай, божечки мои, что? Тихо-тихо-тихо. Ой. Ганс, ты коричневый. Смотри, смотри, палка. Иди, забирайся, я возьму палку до себя. Хорошо. Забирайся наверх. Ганс, там должна кажется, быть... Кажется, тут очень плохо. Там надо что-то быть... сделать. Давайте попробуем. Жизнь для тебя. Это так, как ее взять? А, я понял. Я понял всю. Нет, а здесь опять 1000 очков. Забирай. У меня 36 500 очков. Это так няшно. А собирай, Ганс, свои 5000 очков. Хорошо, хорошо. Ой, я блин. Понимаю, что ты говоришь. Так, отлично. Ганс. Так, ну что, побежали. О, вот здесь давай, здесь должна быть жизнь точно. Давай, я пока ой, прикрою тебя. Боже, не надо так бить меня. Что ж вы делаете, давай, вы гашеные? Я тебя прикрою. Гашеные. У меня 44... Вы гашеные, да. 4500, давай. Давай. Ножкой твои ножки, блядь, делай, стерва. О, бери, у тебя как раз коричневый. Это кажется жизни. Да, отлично. Нет, ни хрена это не жизни. Нет. Ой, динамитос. Ой, динамит не туда, сделал. Бросил их мне, класс. Поднял динамит и бросил в меня. Супер. Супер, Женек. Я же специально. Ну, естественно. Вот. Блин, да что, мне вообще... Слушай, у меня второй раз не везет с этим динамитом, я не могу докинуть. А, во, все, есть, отлично. Ты помнишь, как я говорил, надо стоять на месте. Да, бегать не надо. Вот так надо, вот. Стой. Нет, не так. Вот так надо сделать. Во, отлично. Смотри, как папка делает, опа. Опа. Все, есть. Какой коп, детка, а? Да, это было очень круто, это классно. Мне реально это нравится. Так, нам надо в лифт, наверное, да. Точняк. Две лягушки в лифте, это к беде. И лягушки в лифте, это к беде. Почему? Почему две лягушки в лифте, это к беде? Не знаю, это тебя надо спрашивать. Хоть про жопы, слава богу, прийти. Вайс, твой же донат показался, был на ролике. Как это не было? Все было. О, давай, сейчас ты берешь яички. А до этого я без них бегал, да? Я беру яички. Да, давай. Зачем? Если один раз фраза сказана, нахер ты, Олег, повторяешь еще второй раз? Зачем, блядь, для кого? Я беру яички. Для усвоения, как в школе, да? Ну, видимо. Повторение матечения. Закрепляем рук. Я тебя буду прикрывать. Давай, бери яички. Срочно бери. О, есть, one up! Собирай. One shot, one... А! Да-да, бери. Триггер сработал, да, какую-то шляпу надо было что-то сморозить, наверное, да? Ой, хорошо. Видимо, ой. Да. Кину. Две лягушки, забирай, это к беде. Это хорошо, чат. Это к беде. Ой, молодцы, я очень люблю киндер-сюрприз. Да, кстати, очень хорошо. Я до сих пор покупаю иногда. Сейчас яйца будем обсуждать. Я очень люблю киндер-сюрприз, я его часто покупаю. Кстати.
Не знаю, что это было, Ганс, но мне кажется, это внутренние звуки подсказывают, что сейчас будет беда какая-то. Да, беда ли беда? Беда не приходит одна. Ганс, я вбил его в пол, это нормально, как гвоздь? Это обалденно, Ганс. Ганс, я вбил его в... Ой, бля, ой, какой кринжевый юморок пошел, а? Поротых зеленых черепашек, которые возомнили себя суперкрутыми. Они типа жарят гвозди. А не хочешь ли ты жарить гвозди, стерва? Помнишь? О, забирай, у тебя нету, давай забирай. Что за говна, бля? Что ты несешь? Олег, из прошлого, бля. Давай переместимся и наваляем этим двум, бля. Надо как бы это сделать, действительно. Подойти сзади, под затыльничку зарядить бы разок. Фиг ли вы крипуете, сидите. А что за криповые вышли, чуваки? Ганс, я хочу забрать ее, не могу, Ганс. Шар, давай, Ганс. Давай, давай, забирай. И Женя такой, я сейчас возьму. Быстрее. Я каким-то непонятным голосом. Забирай! Забирай его! Что это? Зачем? Не знаю. Ну, это типа я поддерживаю тебя, сопереживаю. Ну, какого хрена? О, взял, молодец, отлично. Ганс, кажется, в момент страха я начал бежать. Боже, Ганс, я умею. Ты-то как? А. Бегать. Все нормально. Ого. Я сгоню с себя лишние жиры и буду вкусной лягушкой. Хуечек, блядь. Ой, какой, какая жизнь, блядь, прет, а? На каждой секунде какая-то хинея. Да. Это как в Раст, как будто мы играем, да? Как вчерашний Раст. Ганс. Я что-то поднял. Я поднял невидимый какой-то предмет и... Какой, интересно. Смотри, как он летит. Я поднял невидимый предмет. Он вроде есть, а вроде и нет. А я подосрал. Какое интересно. Вообще здорово. Мне кажется, он вошел в атмосферу Земли и куда-то далеко очень слинял. Так. Ужас. Зачем ты мне бил стоял? Нет. Главное, у тебя два сердечка, у меня три. Айда, вперед. О, еще давай, может, что еще? Давай, бери, 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 бери. Отлично, отлично, отлично. Насади его на свою елду. Я уже... Осуждаю ее, отлутка. Выйдите все со стрима, вам нельзя такое слушать. Ой, как больно. Ой, ну в смысле, жесть, слушать такое я имею в виду. Сука, испанский стыд какой. Как? Это не я, это не я, если что. Это кто-то другой, но напитился. Это испанский стыд, все. Ой, мама мия. Испанский стыд вошел в чат, по-моему, сейчас. Интересно, что же я сказал? Давайте варианты ответа, как счастливчик этом, блядь. Да-да. Да, детка. Или еще палатку вспомни. Или поржу еще, да. Ой, бля, как же это стыдно, ёпта. На твою палку. Ну да, что елда, что палка. Ой, боже, как у меня. Эксперт сравнил, блядь, что елда, что палка. Похеру мороз, блядь, да? Что елда, что палка. Это очень опасно, Ганс. Опасно. Не бей, Ганс. А у нас friendly fire, поэтому... Ганс, не, могу не бей меня. Ой-ой-ой-ой-ой. Палку отобрали. Бесславные ублюдки. Опа! И все. Тут, видимо, пришло осознание, что ляпнули. И тишина просто уже... Да, вырезать еще не научились в то время, да? Монтаж не был еще у нас. Черик ставил на палку его. Вот, слушай, давай. Да сколько у вас? Почему это палка твоя? На палку, на бутылку, бля, классно. Тогда пошел кринж. Мы начали до трендов. Посади его на палку, вот откуда оно, видишь? Ну да, да. Бери быстрее, быстрее. Я не хочу быть палкой Брейна. Забирай палку. Я не хочу быть палкой Брейна. Да я понял, просто зачем, к чему? А зачем так-то надо было делать? Жень, я не знаю. Капец. Это палка Брейна. Так, ладно. Палка Брейна, по-моему, был какой-то мэтч, я не помню. Было что-то, по-моему, да, рисовали какие-то арты, и там была палка Брейна с глазами, было, по-моему, было. Рисовали вместе. Было, было. Играли, вот да. Откуда оно пошло, mm-hmm. Все, mm-hmm. Нормально. Отличная палка. Uh-huh. Ой. Ой, боже. Что начинается, начинается. Ой, блин, меня укокошили просто нафиг. А! Тебе нужно набрать 100 тысяч очков, тогда тебе дадут жизнь, сердечко, то есть мне уже дали. Классно, мы уже приоритеты поменяли. Набрал. Уже 100 тысяч. Отлично. Нет, не отлично. Китаем, все хорошо. Ёлки-палки. Женя бросил в другую сторону, оно отрикошетило, блядь, от невидимой стенки в обратную. Это жестоко, да. Как я вообще играл, а? Подойдет, да, подпрыгнет. Вот, типа вот так, да. Смотри, учись, как папка делает. Три кнопки. О, два раза, смотри. Ой, слушай, действительно. Я на месте стою. Как первый раз. Ой, слушай, действительно.
Я поясняю, как играть. Ну да, слушай, как папка делает. Ну и почему-то он все в твою сторону кидает. А я пойду пока вот эту яичко. А ты-то зачем бросаешь в другую сторону? Я не знаю. А куда ты полез? Можно спросить? А, я спрятался. Это, знаешь, напоминает картину, когда вот любовник там или любовница, вот это вот они висят на карнизах, ну, блядь, да, на балконе. Да. От безысходности. Нормально. Уже. Угу. Ой. Возьми, тебе пригодится, кстати. Тихо. Какое яичко? Вон лежит, мигает. Ну, давай, закинь его. Я не добегу, он меня убьет. Блин, лежит, я не успел взять, он меня завалит просто. Черт, фу, блюдо. Ты палка, да ёлки-палки, слушай, я не могу даже взять, не дай. Это скоро мейнстрим будет. Палка Брейна. Палка Брейна, да. О, видишь, палка Брейна. Короче, я возьму сейчас бессмертие и пошел он, знаешь, куда? Подальше куда. Сейчас я его закидаю просто нереально. Чё ты кинул? Стоит, главное, я стою, бля, что-то трындю там стою. Вообще безумку. Женя бегает, умирает, возрождается, горит. Я сейчас возьму, Женя, надо стоять здесь, было, и туда бросать. Класс. А я бросил в твою сторону зачем-то. Да я не знаю зачем. Смотришь-то, ёпта. Ё-моё. О, смотри, залетело, залетело. Блин, беда, у меня вообще не везет на эти бомбы, я не знаю, что мне делать просто. У меня ноль жизни, короче. Да, у тебя надо сейчас... Тебе надо набрать 100 очков, давай, кидай. Уже 100 очков, блядь, то 100 тысяч, то 100. Уже определись как-нибудь, то 50 тысяч. С головы, с воздуха, видимо. Есть, давай, да. Еще раз, ё-моё, 76 тысяч очков. Давай, еще немножко тебе осталось. О, слушай, тебе везет, прям ты стоишь, они прям к тебе сами идут. Все, отлично, 78. Ты стоишь, они к тебе сами идут. Я уже брось эту палку. Тысяч, давай, у меня одно сердечко. А, в лифт надо. Палка. Ой, вот беда ли беда, блин. О, все, вот они, мотоциклы. Но у тебя опять ноль жизни, елки-палки. Херня. Так, здесь нужно прыгать, ты помнишь? Помнишь? Ой, яйца собирай! Собираю! Яйца собираю! Собирай, вот с твоей стороны внизу, давай. Собирай! А, с моей внизу, окей. Ну, вообще везде собирай, я не буду трогать. Ну что ж ты делаешь-то? Это фейл, детка. Нажимай старт, быстрее нажимай старт! Во, все. У тебя три сердечка. Круто. Так, а что? А, во. Я надеюсь, сначала не будет. Нет, мы же начали. Давай, с тобой. Давай, иди наверх, а я буду... Давай, бежать. Я буду сверху, ага. Кринжа. Я буду сверху, ага. Ага. Я почему... Надо же повторить обязательно. Они услышали нас из прошлого, понимаешь? Кстати, да. Я будто вспомнил Comedy Club, там тоже так был. Да. Вот, блок. Оп. Блок, бла-бла-бла-бла-бла-бла. Начинается. У нас чешфейл, детка. Блок. Прыгай, кусок дерьма! Ты рано прыгаешь, наверное. Да. Оп, 3D-забор. 3D-забор. Оп, блок. Страшно. А зачем повторять-то? Да. Ты знаешь, от криворукости моей игры даже у меня горит сейчас. Там же вниз-вверх надо было перемещаться, да. Ой, блин. Можно сделать трек после стрима? Делай, конечно. Да, конечно. Все, что связано с творчеством, пожалуйста. Потому что это сейчас очень мало. Любые нарезки, треки, мы всему будем рады. Поэтому... Репостнем, напишем, пост сделаем, как говорится. Чего бы нет. Начинает. Все жизни давай. Грамоту такую распечатаем. Благодарность. Реактор пишет, это надо совместить. За кринжевый контент, да? Реактор написал, это надо совместить. Уединимся, я буду сверху, ага. Не надо, вы там нарежьте какой-то дичи, вы чего? Будет пошлятина вообще люто. Хотя и так она там... Еще про задницы вспомните, про гадцы. Убивай полностью. Так, забор 3D. Нам нужно пройти это по-любому. Грёбаные лягушки, а. О, ничего себе. Ох ты, ё. Надо ногой. Да. Здесь нужно ногой уже теперь. Ногой его ножичкой своей давай. Запердоль. Запердоль его своей ножичкой давай. Это хорошо. Отлично. А ты умер? Это да. Так, вот. А почему? А, ну я, естественно, живой остался с нулями жизни, конечно. Естественно. Да. Привыкай, понял? Хорошо. Сама критика, да? Так, ты чего не собираешь яички? А, да. Яички точно. Тебе же сердечко дадут. Надо яички для Брейна. Ой, блин, куда? Палка для Брейна. Палка для Брейна. Оп. Ну да. Класс. Вот, теперь у нас одинаковые жизни, давай. Вот теперь мы сможем. Теперь мы сможем сделать это. А мы прошли эту вообще гонку, я не помню. Ну, судя по всему, да. А, да, нет. Да, прошли.
Братиш, мы сможем. Сейчас, короче, дунем, и все будет. Сейчас поедем. Осуждаю, откат. Мы уже едем, ё. Один я собираю эти гребаные яйца. Я тебе специалист даю. Я их тебе даю, собирай эти гребаные яйца, урод. Ганс, запердоль его ножичкой. Да, 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 Карви, да. Специально отдаю. Прыгай, кусок дерьма. Яички и палка. Если честно. Одиноки. Не пара, не пара. Отлично, мы справляемся. Да, я гребаный серфер. Так, чё на лагере? При чём тут серфер, блядь? Ну он же прыгал по волнам. Потные каточки. Всё хорошо? Мы не сдохли. Давай, давай, мочи его, мочи. Почему мы не сдохли? Мочи этого ублюдка. Почему мы не сдохли? Это уже риторика пошла, блядь. Почему мы не сдохли, а? Да. Чего? Почему? Ой, мама. Кинул его, отлично, давай ещё. Своей лягушачьей лапкой с гандой. Отлично, я обоих скину. Отлично, я обоих скину. Женя, Олег, как вы познакомились? Хорошо. Полина, огромнейшее спасибо за поддержку. Этот вопрос уже обсуждался, наверное, вот сколько? 8 лет мы знакомы, 8 лет мне его кажется, каждый Женя раз спрашивают. Мне кажется, Женя каждый стрим рассказывает, как познакомились. Я практически каждый стрим, да, об этом рассказываю. Вот на этих видосах, ну, то есть мне написал чел. Да. Я рассказывал какой-то в начале стрима. Да, скинул Женя на канал, посмотри. Я зашел, посмотрел, мне понравилось. Я написал Жене в ВК, угу. Начался нет, разговор. Нет, ты мне на YouTube в личку написал. А, личка да, на Ютубе была, да. Потом была. Женя дал свой ВК или там как-то да, связались, ВК, короче. Был. Да, ВКонтакте, конечно. Ну, по-моему, да. Да-да-да, ВКонтакт только был, да. И потом личка уже была начали. На Ютубе, представляете? Вот вечерний Сега. Вот так. Жаль, не осталось у меня скрина с этим сообщением, которое ты мне писал в личку на Ютубе. Блин, они удалили, не предупредили, удалили, я даже не оставил, да, зараза. Столько сообщений интересных было, там, кстати, прикольные штуки были вообще. Ну, взяли, да, удалили черти. Вот так и познакомились, все. И потом вот, пошло. 8 лет уже сидим. Угу. Веселимся. Ну давай. Ганса он с жопой сломит. Аккуратно. Мы мочи сможем, давай. Йоджа, Йоджа, давай. Йоджа стайл, давай. Бьяч. Йоджа, бьяч. Все подряд, всякое это. Давай. Пропиши этому Йоджа. Отлично, 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 давай. Кому пропиши? Давай этому Йоджа. А. Пару поддавай, ё-моё. О, вот это другое дело. Вот это жар пошел. Так. Скоро опять начнутся блоки, я думаю. Сейчас мы вот этих вот чувачков уложим, я думаю, да? И начнется опять сейчас какой снова. Конец есть у этого вообще? Да-да-да, сейчас будет опять эти, смотри, блоки всякие. Собирай яички быстрее! Собирай их полностью! Не давали спокойствия эти яйца, да? Ага. О-о-о, нормальная рыба! Давай. Собирай. Ну, закончись, прошу тебя. Собирай их полностью. Сейчас будет блоки, или сейчас мы будем с этим с... Вот твоя. Прыгай, я смог! Блядь, ты не смог ни хрена. Это было просто восхитительно. Это просто... 8 лет звучит как срок. Ну да. Без срока там. Ну, конечно, да. Нет, не истекает этот срок. Нет. Физически второй раз не успел. Давай, у тебя немножко жизни остается. Забор 3D! Еще забор 3D! Еще забор 3D! Как ты говоришь фразу, и я ее перекривливаю. Я говорю фразу, ты кринжуешься. Что за жесть? Кооператив. Кооператив ООО «Палаточка», да? Копчик ООО. Грёбаных заборов. Давай, заканчивай, хоть бы закончилось. Как мне неохота заново. Есть, ой, отлично, давай, фу, давай, давай. Что за нахуй? Что это такое? Идеальная характеристика персонажа. Да, описал в двух словах. Что это за хрень? Это что, ёжик? Это кенгуру-ёжик какой-то. Вообще-то на ежа похоже. Да, кстати. Блять, он упоролся. Вообще жесть. Давай, давай, давай его, давай. А я так его бью, интересно, в другую сторону. В другую сторону. Он на меня сел, на лицо мне, а ты его бьешь с другой стороны, Жень. Как-то? Смотри, какое выражение лица у ежа, когда он сел на лягушку, а? Ага. Ганс, я не одобряю такого, Ганс. Нет, не льда. Ого, ты его еще и бросаешь даже. Я поднял. О, все. А, он злится, агрится. Давай, 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 сейчас мы его сделаем. О, вообще здорово. Вот это так броненосец, вот, наверное, слышишь? Это не ёж, у ежа нет такого хвоста. А может, крыса у толстая? Него... Может, крыса толстая. Да. Но никак не ёжик. Дедуктивный метод не сработал. Раскрыли в итоге. Бей его, теория жоп. Во, точняк. Во-во-во.
Давай, 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 немного, ё-моё. Зачем? Что? Зачем это? Я не знаю. Давай. Он прыгает. Он вообще прыгает конкретно, блин, лягушка еще. У тебя жизни, давай, у тебя вообще немножко осталось. Стой на стороне, я не знаю. Стой на жизни, блядь. Стой на стороне. Стой на стороне. Стой на стороне. Ай-яй-яй-яй-яй. Стой на стороне. Блин. Дима, в жизни этой лягушки. Давай, у меня последняя жизнь осталась. Мы сейчас где с тобой жизнь этой лягушки? Это ёж, не этот, это крыса, дикобраз, блядь. Все перебрали. Заново играть, надо его добить, короче. Кого я бью, блядь? Подожди, мотни назад. Кого я там бил? Стенку, блядь, кого я бил? Ты что, не бил, кого ты бил? У тебя вообще лягушка осталась, стой на стороне, я не знаю. Смотри, смотри, сейчас. Феноменальная брейновская игра. Что-то... Во-во-во. Давай, у меня последняя жизнь осталась. Мы сейчас с тобой трупацкий, иначе мы заново играть. Надо его добить, короче, давай. Чувствуешь? Кого ты бьешь? Это замечательно было, блядь. Заинтересованность в контенте. Три кнопки, видимо, решают. Че ж крестовина? У тебя две жизни... Все, ты труп, ё-моё, блядь. У тебя две... Оп, ты труп. Нажимай. Оп, ты труп. Старт давай. Где мы начнём? Ну, естественно, конечно. Тогда мне надо умереть, давай я умру, потому что, смотри, у меня сердечек нет, давай я уж сейчас сразу врежусь, и мы с тобой начнем с тремя сердечками вместе играть. Ты думаешь, опять это перепроходить? Да, ну, мы долетим, я думаю, в этот раз, только надо будет стараться. Старайся, детка. Давай я первый вляпаю сразу, чтобы не... Старайся, детка. Я просто убил. Я что-то понял, там ёжик был, да? Ёжик или крыса, я не знаю. Ай-яй-яй-яй-яй, там ёжик был, я чуть не понял. Я не понял, там ёжик или нет? Ой, сильно. Хорошо. Так, все, есть. Жарьте с двух сторон. Во, давай, во. Я вот видел, жарьте с двух сторон? Ну, бить, видимо, надо. Я понял. Да, надо разбегаться, надо, да, разбегаешься и прям в него влетаешь, и вот это вот здорово получается. Ну, надо... В него влетаешь, и вот это здорово получается. Тактики от дяди Жени. Ага. Видите, когда он прыгать перестает, вот тогда надо, да. Собирай, собирай полностью. Собирай. 91 тысяча, давай собирай, собирай. Магией. Давай, давай. Какие-то песни опять. Так, сейчас блоки пойду, давай внимательно, аккуратненько будем играть. Опа! Я-то аккуратен, детка. Да, я тоже аккуратен. И врезался в столб. Я же аккуратен, я-то аккуратен, детка. И врезался. И столб твой сразу. Да, ты аккуратен, детка, да-да-да. Офигенно аккуратен. Ты уже одно сердечко профукал, детка. Ну и я тоже. Ты знаешь, это немножко таки кринжево, когда два парня детками друг друга называют. Это так, это надо выйти в чат. Как минимум, да. Привет, дядька Евгений. О. Когда стримы современных игр? Костыль, спасибо большое за поддержку. Когда стримы современных игр? Ну, мы недавно проходили Black Mesa. Что я еще там играл? Хоррор играл. Что-то еще было. Не помню уже. Смотреть надо. Эри вон пишет. Аккуратненько будем умирать. Что? Как это? Аккуратненько умирать. Подожди, я так сказал разве? Ну-ка сейчас. Наверное, да. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Давай, давай. Так, сейчас блоки пойду. Давай, внимательно, аккуратненько будем играть. А, играть. Играть, не умирать. Я-то аккуратен, детка. Да, я тоже аккуратен. Я сама... Да, ты аккуратен, детка, да, да, да. Я офигенно аккуратен. Ты уже одно сердечко профукал, детка. Ну и я тоже. Ну да, ты еще одно профукал, ну конечно, да. Я аккуратен, что тебе не нравится? Да, я даже не успел долететь, блин. Давай назад чуть-чуть. Ой-ой-ой. Ох, все, меня скинули просто куда-то. У тебя ноль жизни, елки-палки опять. Да насрая. А, это только этот Battletoads, и тот первый, да, еще? Может, еще какой-то Battletoads есть? Так, интересно. Есть просто Battletoads, который мы с тобой начали играть тогда? Не-не-не, тот трэш. Тот трэш, да? Трэш. Подытожил. Тот трэш. Походу. Где на свиньях вот летает. Вот это классная тема. Вот это классно, но у нас по ноль сердечек, поэтому мы с тобой... У нас по ноль сердечек. Полная, короче, вообще. Как мы до крысы дойдем, ты интересно? Сейчас сделаем. Сейчас пройдем.
Короче, я понял. Первые заборы идут, потом эти колонны, потом вот эти, потом опять заборы и колонны, и потом бусы. Да-да-да-да-да. Заборы и колонны. У нас, по-моему, как раз один континью остался. Так, сейчас что, заборы пойдут? Да, сейчас яички пойдут, собирай яички обязательно. Ну, попробую, да. То есть, чтобы драться с этим боссом, нужны яйца, да? Ну, собирать надо. Собирай все. Ну, я понял. Собирай их полностью. Да, собирай все яички полностью. А что мне даст этот контин? То есть, если ты проиграешь, то все. Контин! Ой, демократия, выяснение отношений. Что мне этот контин даст? Это как мальчик Тинтин, блядь, контин. Что мне даст этот контин? Контин. Не продолжение, не континью, контин. У меня контин, у тебя контин. Мы с тобой давай сейчас проиграем. У нас в любом случае один контин останется на нас на двоих. Я еще и поддержал контин. У нас будет по три сердечка опять. Да, будет у нас по три сердечка опять. Так, теперь тебе нужно умереть, давай. Да ёпта. Ты должен вляпаться первым, давай. Да я сейчас глаза закрою, да, я буду пытаться. Да, ты еще нарочно не получится у тебя врезаться просто. Я закрою глаза и буду пытаться. На краешек, кстати, на мою сторону, вверх, там будет первый столбик, давай. Наверх, поднимись наверх. Нет. Вот столбик, я жду с моей стороны. Пошел против системы, блядь, нет. Я не пойду, нет. Столбик первый. Слушай, а если посередке не получится? Нажимай старт теперь, и будет все нормально у нас. Посередочка. А, кстати, посередочка. Я не знаю, что это было. Это было больно. А где ты? Где ты? Ты старт нажал, что ли? Зачем я это делал? Зачем? У меня нет. Ты же 100 тысяч не накопил на жизнь. Какой ужас. Так. Сударь, да вы упороты, меня нет. Так, все-таки, значит, ты... Ну да, ты больше меня умирал, поэтому... Ну попробуй, дойди. Давай, туда. Я попробую, ага. Ну, во всяком случае, попробуй я, что, хоть что-то сделаю. Они меня поугандали. Поверни нам, ты там попробовал хоть просто невидимышкой? Да. Ты до крысы дошел? Да, дошел, нифига. Давай. Непонятно. Давай. Да. Непонятный ежик. Ежик. Это ежик. Это енот. Сам ты ежик. Ой, блин. Да какой это енот, это ежик. Ой. Так, что-то у меня лагает так страшно. Буфер. То чувство, когда у тебя лагает BattleTox. Да ёлки-палки, сейчас. Я буду посередине. Во, вот так надо делать. Что, замироточил? Во. А как? Ой, ядрить его, кудрить. Всем привет. С нами кто-то поздоровался, привет. Всем привет, да. Я не знаю, кто ты, но привет тебе, человек. Так, где там эта кринжа была? Это тут. Анька, чего дай? Во. Вообще можно, в принципе, их объезжать. Я не знаю, что мы через них прыгали, через эти столбики. А, нет, раньше. Ой. Да ёлки-палки сейчас. Я буду посередине держать. Сосредоточься. Во, вот так надо. Сосредоточься, ты сказал. А, я думал, замироточься. Анька, чего дай? Во. Вообще можно, в принципе, их объезжать. Я не знаю, что мы через них прыгали, через эти столбики. Вот это непонятно было, конечно. Да? О, во, чувачки пришли. На клавиатуре еще. Давай. Так, давай, зеленый. Зеленкий отпился, давай. Что? Ты шутил, пытался. Зеленкий отпился, ну да, ну шутка. А я ушел, я так понял, обиделся. Ой, ну да. По волне, сколько их там вообще появилось? Я у тебя, видишь, вопросы задаю тебе. Блядь. Ну, проверить, есть я тут или нет? Одна волна, по-моему. Одна волна. Типа, уж дала какая разница, одна волна, скажу, да? Больше не будет. Пять человек, да, примерно, наверное? Да. Блин, что-то это несложно. На самом деле, это несложно. Вообще, да. Можно было отсюда начать, мы бы прошли, я думаю. Ну, да. О, яички пошли. Давай, собирай. Ну, что ты мажешь-то? А, о, все, отлично. Так, сейчас надо будет прыгать опять. На самом деле, да? Сейчас надо будет прыгать, да, наверное, опять? Ты же так говорил, да, вроде? Да. Готовься. Оно будет медленнее, когда прыжки, ты увидишь, замедлится ход, походу. Нет? Ни хрена не замедлилось. Что-то не замедлилось. Прыг. Молодец. Замедлится ход, походу. Забор. Их тут три, тут много заборов. Прыгает. Все. Но у меня ноль жизни, у меня ноль сердечек, поэтому я сейчас просто продую тупо. Fight. Fighting force, детка. Давай.
Я буду от него убегать просто, короче. Ой-ой, я что вспомнил? Ёк, у нас же есть прохождение, знаешь, чего? Чего? Трейн 2, там капец какой-то был. Я сейчас что-то вспомнил, он старый ролик, это 13-го года, по-моему, чуть посвежее. Бегай, разбегайся просто. Что за потуги, а? Я не знаю, ты вошел во вкус. Ты не разбегаешь? Нет, я не разбегаюсь, но я прыгаю. В прыжке я лучше, по-моему, получается. Давай же, давай, давай. Он тоже, как говорится, не лыком шит, он тоже прыгает. Да, он агрится, короче, просто на меня. 500 очков дают за какой-то удар. Да ё-моё, ну что за удары у меня такие? Детские какие-то. Ой, ну да. Уложил меня просто как щенка. Я, говорит, ушел обидеться. Кенгурятина с ежовой, с хвостом от скорпиона, блин. Кенгурятина ежовая, хвостом от скорпиона. Описал. В конце концов. Кенгурятина ежовая, с хвостом от скорпиона. Надо запомнить. Кенгурятина ежовая. No continuous left. Продули мы. Все. Battle Tots и Double Dragon. Прощайте, до свидания, там не было? Нет, дядиш... все, конец, вот это последний выпуск, 18-й, и все. А что писали? Давай посмотрим, давай. Кто с 2015-го лайк? По мне версия под Дэнди круче. Очень долго играл в игру. Пати с дядей Женей и Олегом, Червячок Джим Ван Лав, Скайп, Воин Ислам. Чего? Эх, были времена. BF3 даешь. Супер Нинтендо. Начало легенды 4 года назад. Ништяк. Попробуй, Олег Брейн, попробуй сыграть... попробуйте сыграть Super Mario 2. Это моя любимая игра. Целый день играли, я сусь от смеха. Сыграйте в Adventures of Batman and Robin, сплошной экшен. Какого фига, Ганс, это француз? Ну и дубьё, без обид, пацаны, ну да. Ой, 2019-й, ностальгия. Всё. А ты оставляешь тупые комментарии 7 лет назад, все. Это вопрос или предъява? Это просто, просто предложение. Жесть какая. Вот так вот. А вы говорите. Вот так вот оно, да? Да, 18 роликов, больше ничего здесь нет. Вроде бы все это. 18 да. Вечеров. Походу, да. Ну да. Ой, ма. Это было хорошо. Это было замечательно. Угу. Тут можно уже и попрощаться уже. Благополучно. Да, вообще, как бы говорят, что 4 часа мы стримили. Ого. Тут, да? Сейчас я посмотрю. 3 часа, не врите, 3:06. Откуда 4? 3 часа 6 минут всего лишь. 3 часа. А может быть, это шел 4-й час? 3. Ну, 4-й пошел, да. 6 минут от 4-го часа это есть, да. Такое есть. Ну, планка держалась. 500 чем-то человек сидели стабильно. Прям вообще прям стабильно, на удивление, да? Затянуло. Засосало. А вы говорите, что они комменты не читают. Ну как не читаем? Почитываем иногда. Интересно же знать, что думают люди. Возродите. Ой. Не, я больше в Сегу играть не буду, не. Я максимум на что бы я в Sony. Я давно хотел в Sony. Соньку надо мне, да. Я все никак не заведу ее, поэтому. Эти Соньку-то нет. Хорошо было бы, да. Чего это вы решили вспомнить прошлое прохождение? Не знаю, Олег с Олегом что-то сидели как-то. О, давай стрим проведем. Ну вот и провели, а чё ж. Просто как-то вот между делом общались. А давай. Чего бы нет, да? Ну, прекрасная возможность. Ну, зато история, это же история все-таки, это ж аналы. Возвращение к аналам. Возвращение каналы каналам. Да, каналы каналам, действительно. Все тогда, всем огромнейшее спасибо. Спасибо за поддержку, давайте за живой дальше. Чат. Пишут, давайте дальше. Ну, дальше надо ребят, выбрать другой какой-то день. Это, считайте, потом. Уже два стрима. Да, два стрима. По времени. По полтора часа, два стрима. Да. Поэтому, думаю, если вдруг, то мы, может, еще когда-нибудь что-нибудь организуем. Надо бы просто выбрать вот, либо трейн, либо что там мы там еще играли. Ой, много всего. Если да так много, подумать, да. За 8 можно лет... Можно просто, знаешь, что делать? Смешные моменты брать наши. О, вариант. Нарезки, вариант, да. Вариант. Там поржать можно. Сразу. Раньше делали, у тебя было много на канале их, я помню. Много, да. Вот, ну вот по нарезкам можно будет пробежаться. Там и современные, и старые, и все вообще, все, что было. Все, чуваки. Все. Спасибо, что смотрели. Увидимся